To get into shit, right? Всем привет, ребят! Это Каран Мусуалян, это мой первый подкаст на мой YouTube-канал. Я очень волнуюсь, потому что никогда такого формата видео не снимал, но у меня такой прекрасный гость, с которым просто грех не пообщаться, конкретно вот грех не пообщаться. И э, Давид, привет! Очень привет, рад, что дорогой. ты приехал сегодня соседнего штата. Спасибо, вот. что пригласил. Спасибо тебе большое, что приехал. Для меня это большая честь. Во-первых, я знаю твою семью уже очень давно, да, так скажем. Я знаю тебя, я за тобой слежу, да, как бы. И сегодня как бы брать у тебя интервью, это реально для меня честь. Да ладно тебе, дорогой. Спасибо тебе, что пригласил. Для меня честь у тебя будет на самом-то деле. Ты очень правильно сделал, что меня позвал. Я не могу понять, куда другие смотрят подкастеры. но ну, я уверен, что этот подкаст сделает дело свое, братан, все будет четко. Ну, вообще, на самом деле, нет какой-то цели, да, я тоже говорил, да, вот за кадром, что что-то там раскрывать, что-то там копать, нет такой цели. Просто хочется пообщаться по душам, просто какое-то пацанское общение, так скажем, Супер. да. Вот, поэтому, вот, говори, как чувствуешь, чувствуй себя как дома. Я себя везде так чувствую, братан. У меня в целом подкаст, он э, об Америке, вот, о бизнесе каком-то, да, и также э, много кто знает, что я вот христианин, я хожу давно в церковь, с самого детства, и я даже в детстве э, очень много раз э, в Новороссийске, живя, слушал твоего отца, он приезжал к нам э, в гости очень много раз, говорил о финансовой грамотности, я прям это помню. И я даже помню тот день, когда мы э, с твоей семьей пошли в ресторан, э, там твои сестры были, я с ним познакомился, они еще были маленькие, вот. я был тоже маленький, там были мои родители, были твои родители, это было, конечно, очень крутое время, и я вспоминаю это очень такой с теплой душой, так скажем. Вот, давай, наверное, начнем просто вот так сдалека, грубо говоря, зайдем, потому что я сам в Америку приехал вот полтора года назад, я так понимаю, ты тоже, да, ну, не родился? Не 8 уже. месяцев, случайно не 8. Этот, этот подкаст, мы будем только, знаешь, такой раскрывающий тебя Еще и много тебя. моих тайн, я тебе говорю честно Потому что я, только, я вообще никогда в жизни так не общался ни с кем по душам Тем более на своем канале Тем более без временного ограни ограни ограничителя, так скажем Круто. Мне нравится тикток, максимум минута и все вот поэтому, Но да. Я, я... Да, я знаю твою творчество, поэтому, кто кто знает его творчество, он понял прикол про 8 месяцев. Да, да. И вот хочется пообщаться с тобой о, о том, как ты вообще попал в Америку. Как ты вообще приехал, ли ты приехал ты же сразу с женой, да? Как это вообще все было? А, да, переехал я сразу сюда с женой. Она у меня была беременна. И именно почему мы решили переехать сюда, с моей женой. Это была причина, почему? Потому что мы хотели, чтобы ребенок здесь родился у нас, София, чтобы у нее было американское гражданство именно. А то ты сам знаешь с этими визами, шмизами, то есть со всей этой нынешней ситуацией, как бы довольно-таки тяжело, знаешь, как бы. Поэтому мы подумали, классно было бы, чтобы у нашего ребенка было бы американское гражданство. Вот да. это была причина, да. А когда это получается было? Где-то уже почти 7 лет назад. О! Да. Шесть с половиной. Вот это по моей дочке можно судить, потому что моя жена уже была беременна тогда. И... Я некоторые темы не могу сразу говорить, обсуждать. Ну да, в общем, потому что сейчас у меня активный кейс идет против меня, судебный. Вот, это я сразу говорю, то есть это... У меня очень интересная, необычная жизнь, поэтому да. Да. Необычные вещи происходят. А вот как это было? Ты приехал, получается, и вот какие вот... Что то проходил, допустим? Как это вообще было первое время твое в США? Ой, сначала, конечно же, есть эйфория некоторые. Я думаю, ты с этим знаком тоже. Сначала есть какая-то дурацкая эйфория первые полгода. Ты смотришь, думаешь, о, там Starbucks, о, там то, все, ой, это тебя как-то впечатляет. Да, ты на это как-то еще ведешься, думаешь, о, мой гуднес, ничего себе, ты пошел в Starbucks, посидел с лаптопом. Не знаю, это через полгода выветривается, и ты потом просто окунаешься в жизнь иммигранта, как бы сразу спадает вся твоя значимость, которая какая-либо не была как бы в России, то есть там всем в Америке глубоко плевать, мягко говоря, какая у меня фамилия, так скажем, знаешь как. Uh -huh. И, конечно же, пришлось тоже хапнуть вот этой именно иммигрантской жизни. Очень много я работал на стройках, там такси, разносчик еды, там DoorDash, пол Элей перевез на, на лифте, поэтому да, братан. Ты, Все получается, же... переехал сразу в Лей. Или как, mm -hmm. как передвижение было да. ваше, получается? Сразу переехал в Лей, а. потому что там были родственники моей жены. Но мы не к ним переехали, мы переехали к одному хорошему бастерю к другу моей семьи. Вот мы там побыли некоторое время, потом сняли домик небольшой. Это был прикол тоже. Это вообще, мы, как бы, оба с моей супругой, бывшей, из очень а, таких успешных семей, можно сказать, знаешь. И потом у нас очень смешная история была, как мы вообще жили там, какой-нибудь, знаешь, дом, типа, как guest хаус Расскажи, расскажи, мне интересно. Ну, это вообще было, вот куда мы в дом первый переехали, это вообще был прикол. Там, кто бы что не думал, да, то есть все равно я здесь сам как-то выживал всю, 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 всю дорогу, так скажем. И мы сначала переехали в guest house, то есть не в настоящий дом, а это был мексиканский район, uh -huh. этот Санни-Вэлли, если не ошибаюсь. В, в Лос-Анджелесе был район Санни-Вэлли далеко не самый хороший район, там вот Бурбанк, классный район, а там Сан Вэлли, и там это конкретное место, где мексиканцы жили. Там были очень хорошие таку прямо на углу, безусловно. Но я жил, без шуток, прямо около какого-то супер-мега опасного чувака. Настолько опасного, что типа в один день... Это реально ужасная, смешная история. С моим тестем мы, короче, идем, бывшим тестем мы идем случайно, таку взяли себе. И, короче, две вертуиты. Мы идем просто чуть и берут наушники две. Jace, LA, да. И тут, короче, по бокам бегут свод. Свод, типа, просто. Что такое свод? Ну, это те, которые вот в черных в этих в масках, во всем, а, короче, а, типа, с а пистолетами. Такие да, 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 чувак. Короче, без, без шуток из фильма просто вот это, с, Прожектор светит на его дом. Он такой, да ничего со мной, короче, я ем так, и думаю, вау, мне нравится Элэй. Вот, кстати, вот по безопасности, реально, я вот сам, находясь в Америке, я тебе отвечаю, у меня уже после полтора года, мне паранойя бывает, что я вот... У меня с баллончик с собой всегда ношу. Перцовый баллончик? У меня просто были ситуации, у меня реально гангстер чуть не убили здесь несколько раз. Я сталкивался тут с мексиканцем, который мне из-за банданы меня чуть не загасил. Как бы, да, и как-то вообще, вот, ну, тем более женой, она еще беременна, как-то вообще, ну, справлялся. Вот, да, с... Жена и беременна это вообще ничто. С моим характером и в стране, где разрешены стволы... Чувак, поверь мне, что еще хорошо, что я еще жив, так скажем. То есть, как бы на меня столько раз здесь ствол наставляли, типа, уже не смешно, если честно. По дороге едешь, там что-то с кем-то зацепишься, это не как у нас, знаешь. Там сразу если что, просто показывают, как бы. Не, это было у тебя? Да, много раз. У меня было несколько раз, что вот так вот я. Не знаю, может быть, мой русский акцент, может быть, мой напор или что, но несколько раз вот мне вот прям так вот ствол поставляли, типа, чувак, у тебя проблемы с вами, такое, Да. Это было первое время, когда вы приехали в Америку? Ну, это уже в Портленде было. В у меня такого не было. В я дрался, короче. Ну, от... нет, конечно, не дрался. В каком случае? Господи, у меня я сейчас адвокат такие не смотрят еще. Не, нет, я, конечно, не дрался, но были стычки всякие там прикольные. Ты знаешь, мигрантская тема, короче, мы почему-то друг другом не знаю, с китайцами, ой, господи, как же я говорю плохо, прости меня, господи, да, с китайцами у меня были замесы, с мексиканцами, конечно же. Такие поводы были, что то с ними? Ну, так, например, а там просто там был. заезжаешь, еду там отвозишь, там парковка как бы, там вот парковка под его какой-нибудь массажный салон, mm -hmm. и вот там какой-нибудь ресторан, из которого тебе нужно взять еду, например. Да, да. Ну вот, конечно же, ресторан весь будет забит и парковку, ну ты что, на пять минут не поставишь туда свою машину? Конечно же, для него это будет огромное событие, что к нему никто никогда не нужен, вот на парковку на пять минут нужно поставить тачку свою, и вот ему, конечно же, нужно предъявить, вот как между прочим и сейчас. Что, вот, нет, ребят, вот это моя парковка, и вот эти пять минут, то, что ты тут постоял, знаешь, ли, а -а -а. вот у тебя будут проблемы, и вот начинается скандал, это снимаю сразу там... Нет, тут вообще опасно с адвокатами, это вообще глупости. Америка безумное место, yeah, это факт. Как ты Майами выжил? Вот это мне интересно. Майами вообще... Ну, я тебе звонил вот этот день, кстати, <с да, <с да. У меня, кстати, была ситуация одна, тоже, кстати, было полгода назад примерно, год, я работал на мувинге, и я тоже, короче, выгружали мы стол на, на парковке возле Макдональдса, и меня окружили 10 гангстеров со стволами, как GTA. Я, я верю. Я It охерел, просто, но это было, я, я вообще в шоке был, что я выжил. Мне тоже ствол в голове представляли, говорили, что вали в свою Россию вонючую, mm -hmm. типа, что-то здесь забыл, короче. Это вообще было жесть, на самом деле. Я после этого думал, вообще жесть, как это вообще? Вообще тут, я, между прочим, к иммигрантам здесь очень жестко относятся. У меня был случай, я продавал машины, короче. А, и вот случай. Сам американец, какой-то там Боб, такой акцент, American accent. Мы с ним ведем речь очень такую тяжелую. У меня довольно-таки неплохой английский. И как бы не то, что я так выдаю сразу себе, что я из России, всякое такое. Uh -huh. в, 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 два часа, там, ты знаешь, это очень долгий процесс машины продать. Два часа мы с ним общаемся, все рассказал. И он мне говорит такую фразу в конце. You know what? If you was an American, I would buy from you. Mm. Что значит? Если бы ты был американцем, я бы тебя купил. Офигеть. Я подумал. Круто. Еще Прикольно. много, да, опыта ты уже в этом формате? Чувак, поводи в, LA в такси немножко. Mm. Типа ты так, столько опыта хапнешь. Я, я столько насмотрелся за полтора года водителем такси, я в жизни такого не видел. Типа там таких персонажей я перевозил. Чтобы тебе интересно, то, чтобы люди понимали, типа, насколько это безумие. Как бы я однажды вел, вез садомаза геев на какую-то гейскую тусовку в даунтаун Л.А где была просто дверь без единой вывески железная дверь просто там типа вот просто если, вот смотришь здание там никакой вывески дверь. но там когда открываешь как будто там просто ад и они были в одежде клоунов типа вот перевязанные такие а, и вот садомазы типа я ел, вообще окей okay. типа а транс и всякое такое это типа приятное общение там по сравнению с этим а как вот, расскажи, э, если не секрет, да, допустим, вот вы приехали, вы по какой вообще документальной истории, то есть, были здесь, и вы, как, как, вот как это происходило у вас? Ну, я могу об это, этом открыто говорить, у меня, в принципе, открытый кейс, как бы, в этом плане, то есть, как бы, я думаю, ни для кого не секрет, что российское правительство, оно чуть не в себе, как бы, и, типа, если ты от него, ну, пытаешься сбежать, если ты пытаешься не попасть под эту систему, которая абсолютно долбанутая, да, так скажем, то в принципе, Америка хорошее место, как бы, и вообще, если что, я очень люблю, кстати, Россию. Просто я, как бы, не очень люблю правительство, то есть, как бы, и даже можно сказать, что конкретно, да ладно, так скажу, давай вообще вбросы будем делать в этом интервью, норм Владимир Путин, так-то чувак, но Украину зря тронул, все, это мое мнение. Ну, вообще, если честно, как бы, если ты мужик, как бы, и вот это вот, э, у него есть, что почерпнуть, на самом-то деле, вот его стойкость, у меня немножко болеет, вот это его мужественность, да, до конца идти. Как бы по, по сути мужские принципы, как бы вот э, даже вот э, как бы вот семейные ценности, так-то нормальная тема, если честно, как бы. И вообще, когда чем больше на Западе живешь, тем больше думаешь, блин, ребята, вы что-то гоните немножко. Ну согласись, немножко же гонят на Западе, типа, вот. Э... Слушай, переехал в Америку, я уже э, начинаю, знаешь, розовые очки начинают спадать, а и ты, ты думаешь, блин, ну вроде бы и как бы и нормально в целом было а у нас. вот видишь? Вот видишь? А я об этом же. А я здесь 7 лет, и чем больше ты живешь, такой типа. Окей. Okay. Типа, есть, есть фишки, типа, например, я здесь могу что угодно делать, а я люблю жить так свободно, как я хочу жить, типа. И, конечно же, Америка больше это предлагает. Но вообще, у меня здесь столько всего произошло. И, например, даже моя дочь, то, что здесь растет, как бы, если честно, ну, я не знаю, сколько это безопасное место. В плане того, какая здесь индокринация идет к детям, да, как бы, и даже просто выйти погулять по Майами, иди погуляй по Майами, типа. Без... Я погулял один. Ну, да. без стволов, чувак, там не очень-то безопасно себя чувствуешь, между прочим. Я просто, да, да. Ну, это нормально, нет вообще. Слушай, я сейчас, я пока еще не понимаю, нормально это или нет. Я думаю, я, это не нормально. Я вот в таком моменте, что мне приходится смиряться с такими вещами, потому что я понимаю, что окей, я вот заперти в этой стране, грубо говоря. То же самое. То есть, и, а что делать? Ну, вот ждать, пока что-то не изменится. Но я, честно говоря, я вот, ну, мы с тобой, я думаю, в этом плане очень похожи, я думаю, мне кажется. Я когда ты мне сказал, что ты вот, да, нормально относишься к России, в плане в страны, да. я тоже думаю, да, нам будет, в общем, поговорить в этом плане, потому что я, когда приехал сюда, я вообще отказался от России полностью. То есть для меня это было все. Я закрыл этот, эту тему, и я думал, я вообще всю жизнь ненавидел там жить. То есть у меня, у меня было да. такое состояние, что я никогда в жизни не опускал корни в Москве, зная, что я свалю оттуда. Четко понимаю. И когда я переехал сюда, я на самом деле. У меня. Это даже мое предыдущее видео, получается, будет, которое будет перед подкастом, да. Оно о том, что я хотел свалить вообще из, из Америки. Очень много раз. Это было вот недавно. То есть, а да, ты не было. перехочешь ну и вот такое и такие мысли у меня поступают очень часто, очень а ты не часто. переходишь братан. когда ты вот сидишь здесь, когда ты в заднице бываешь очень часто, ну первое время, тем более, ну мы поговорим с тобой чуть позже, да, и когда у меня моя семья сейчас как бы там все у них вообще отлично, знаешь, и они ну говорят ну, приезжают, тоже самое, у нас, ну я понимаю, что примеров да, сейчас можно понять в этом плане, то есть, да, и как бы И бывают моменты, что прям, прям на грани, на грани, что думаешь, блин, ну как я откажусь, я столько про прошел всего, чтобы сейчас сюда, здесь оказаться, и я вот просто возьму и уеду, знаешь, как бы... То же самое. Я тебе больше скажу, чувак. У меня, если так честно тебе сказать, как бы в плане поддержки и даже ресурсы и всякой такой, все равно все из России идет. Я не врубаюсь, как так, когда ты живешь в Америке, когда у тебя столько знакомых, столько всего. Mm, до сих пор очень трудно, вот, типа, с типа американцами, во-первых, -во с белыми американцами невозможно. Это, то, что я понял. Типа я, по мироощущению, ой, сори, микрофон другой. По миру ощущения, я гораздо ближе к черным или к мексиканцам, например. Вот гораздо ближе. Понимаешь, я понимаю их культуру, я понимаю, как они здесь выживают. Белый американец бил, я вообще не врубаюсь в его жизнь. Вот я за 7 лет я вообще не понял его. Вот как ты понял. Происходит? Почему вот так? Я тоже это чувствую на самом деле. Я уже себя назвал мексиканцем. Что я, я... Да это нормально, тут так и надо двигаться. Ты что? Это единственный способ, как здесь нужно двигаться. Тут даже не нужно этого стесняться. Нужно в открыто двигаться. Ты, во-первых, никогда не станешь полноценным членом их общества. Понимаешь, это раз. Во-вторых, нужно их вообще-то послать, если честно, с этим их обществом. Во-первых, сам белый американец это самый скучный чел на свете, если так честно. Это самый выдрученный, сори за мой язык. Это нормально нормально. То есть, смотри, сам подумай, кого дрючит больше всего в Америке? Middle class. Скажи что не так, кто платит больше всего таксов? Я часто понимаю, что да. Ага. Думаешь, сколько платит Безис, Илон там какой-нибудь и всякой? Сколько они заплатили таксов? Вроде Байден как раз, за это борются, чтобы что-то. Класс... Да ничего они не платят там, потому что они все через акции, через реинвестиции, там хитрят, мудрят, там всякое такое, понимаешь, как бы, и потом иммигранты, которые тоже, конечно, ничего, ничего не платят, потому что они просто, как бы, здесь, ну, тусуются, да, но вот бенз покупает, и то хорошо, как бы, все равно экономику крутят, как бы, и какой-нибудь белый американец стандартный, вот, а их больше всего, они платят больше всех налогов, вот они там платят свои 40%, вот, вот сидят, вот, купили машину себе с женой, приехали, вот, раз, увидели, там, два часа в день максимум, понимаешь? просто на работах, на дебильных впахивают просто. Я вообще не врубаюсь в эту жизнь, если честно. Типа вот белый, вот это стандартный американский good life, вообще не выкупаю. Вот прям ноль. Типа, у меня даже была эта жизнь, типа, вот дом, тачка, там, всякое такое, вот, типа, знаешь, там, справляешься с Thanksgiving, там, с семьей, это, турки, всякое. Боже, как скучно. Чувак, как скучно. У меня в России, короче, я сам из Ноябрьска, я мал, Просто Сибирь, вот просто глухая вот Сибирь просто вот реально, ну даже не Сибирь, а Ямал вот это называется. Там ханты, короче, манты, вот до сих пор находят. Я, я поэтому так и делался, типа я представляю НСК вообще, понятно, типа. И смотри, вот там, что ты понимал, когда я рос, из всех самых крутых развлечений у нас была грелка. А грелка это знаешь что такое братан? Это это около обогревательной станции огромная труба. И ты знаешь у нас постоянно в городе ужасно холодно вот эта труба, которая настолько теплая, что мы вокруг нее стоим и греемся, это вот до сих пор, мне уже 30 лет, я в Америке имел все, что просто возможно только себе подумать, реально, я до сих пор вспоминаю именно это время. Понимаешь? Типа вот той душевности, той простоты, той вот этого вот, ты здесь вот нигде не найдешь, братан. Типа это вообще невозможно. Слушай, это очень интересно. Расскажи, вот, получается, ты приехал, ты работал, ты, конечно, в такси, там, сям. Когда настало вот время, когда ты уже, говоришь, что ты, в принципе, нормализовался, когда вот дом, вот это все, когда это произошло, после какого периода? Через три года где-то. Через три года я начал, как бы, более-менее нормально зарабатывать. На... У нас, как бы, у меня была медиа-компания. Ну, присутствие, даже сейчас этим занимаюсь немножко, но сейчас я немножко уже ухожу от этого. Вот. Кому интересно, между прочим, да, я сделаю очень неплохой продакшн для бизнесов. А, Мы оставим твою ссылку. Да, вот спасибо. В Инстаграм, да, кстати, подписывайтесь на мой Инстаграм. У меня вообще безумно интересный Инстаграм, особенно вся жесть в сторисах. Там я буквально не могу себя проконтролировать иногда, поэтому реально смотрите, я просто удаляю еще потом. И обязательно подписывайтесь. Вот, как бы, но ну, вообще, да, я занимался тут, получается, три года минимум. Мы делали именно медиа-бизнес для разных бизнесов. Вот, то есть, грубо говоря, Инстаграм, там небольшие ролики для Ютубчика, для рекламы и так далее. Продакшн, вот. да? Продакшн, да. Но на самом деле скучно, дерьмо, Честно. Вот, сразу я говорю. Очень скучное дерьмо. И с клиентами, с хорошими, все равно очень трудно так работать. Все равно, как бы, вот не знаю, чуть-чуть скучно, к сожалению. Ну, я понимаю, о чем. Потому что я тоже этим, в принципе, занимаюсь И сейчас. Ну, пацаны тоже, как бы снимают нас. Ну, oh, пацаны, да. Мне, я очень извиняюсь, пацаны, реально. Я знаю эту жизнь, типа, мне честно, я. Я не знаю, если честно. Сейчас, слава, слава богу, Господь меня в другую тему выводит как-то уже, если честно. Вот, поэтому, не, у меня стартап классный есть, не знаю, если хочешь, можешь светануть, может быть, я там скину. Но это не важно, кто захочет, короче, в Инстаграм посмотрите. Я сейчас больше вот все-таки стартапную какую-то движуху, может быть, даже просто как инфлюенсер. Типа я не блогер вообще ни в коем случае, я, меня на себя блогером назвать, если честно, немножко не, 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 моя тема. То есть, как бы, я не блогер, я не пастор, если что, вообще, я верующий человек. Но я не религиозный, то есть, может быть, мы сейчас с тобой еще раскроем пару моментов, как бы, про меня, но... А ты можешь вот в двух словах, грубо говоря, себя презентовать, вот просто... Да. Тех людей, которые тебя называют. Это смешно. Ну, дай подумать. Окей. Меня зовут Давид Зуев. Я что-то между Канни Уэстом, Тони Старком и дворовым хулиганом. Так все взять, перемешать, получится я. Вот. Если захочу, я стану президентом в России... 2045, 2040, примерно в, тем, в тех датах. скоро сделаю самый крутой в мире платный телеграм-канал, так что подписывайся. Буду там сливать очень глубокую инсайдерскую информацию, потому что на самом деле есть некоторые вещи, которые типа у меня есть, как бы, о которых я немножко не могу говорить публично, так скажем, потому что оно заходит за рамки, так скажем, нормального. То есть меня называть, например, сумасшедшим, это типа чуть ли не моя кличка уже, так скажем. Но я говорю вещи типа нормальные. Не просто так я здесь сижу, так скажем, сейчас с тобой. Угу. Вот, вот э, окей. Э, расскажи тогда, что было после, допустим, вот ты достиг, да, такого как бы стабилизированного состояния в плане финансов, да? Ну, оно здесь никогда особо не получается дурацкое стабилизированное состояние. Это Америка, гребаный чувак. Тут всех судят. Тут сегодня ты Дональд Трамп, президент Америки, завтра тебя по судам таскают, как я не знаю кого. Как бы сейчас весь американский тут кризис просел. Я почему хочу из этого бизнеса уйти из этого медиа? Потому что сейчас все эти вот Бизнесы маленькие, они тоже сейчас страдают в Америке, как бы и все свои денежки держат, никто особо не вкладывается ни в рекламу, ни во что. И очень трудно, понимаешь, как бы сейчас там... Сейчас я кого знает, это гребаная стройка вонючая идет, как всегда. И вонючая стройка. Я не... Блин, я не люблю... Ну, нет, сори, я не пойду на стройку. Я лучше в Россию вернусь, нафиг. А чем ты занимался, вот когда э, какой-то, да, поймал такой, ну, назовем это стабильность. Стабили... Медиа, диджитал маркетинг. А, то есть только, только этим ты занимался? Да, да, да. Но ну, неплохо мы занимались. Типа, у нас была там одна церковь на постоянке, мы очень круто ее развивали. И причем очень хорошая церковь. Я не буду дропать ее, но очень крутая церковь. Типа, наверное, самая большая в Порт. В Ванкувере самая большая. Кто хочет, проводит. А я могу сказать: Church of Truth. Sorry. Вот, очень хорошая церковь. Истина, пастор Козлов, вообще просто я их очень сильно люблю. Очень крутая церковь, я их очень уважаю. Три года на них я работал. Мы для них очень крутое медиа сделали. И сейчас они делают, по сути, все то, что я как бы начал. И даже подкаст. Странно, что без меня, да, мои хорошие? Вот, э, ну вообще, не знаю, братан, как бы. Потом, конечно же, я работал с разными бизнесами. Потом, вот, не знаю, кто захочет посмотреть, я работал в Моделлере в компании гендиректором. Это очень крутая компания. Мы делали самые крутые столы на свете. То есть я вообще умею делать самые крутые столы, которые только можно себе представить. То есть, например, если кому интересно, я, например, продавал столы за 20 тысяч долларов. 20 косарей. Люди их никогда не видели. Через Инстаграм. То есть я его сначала, мы его как бы показывали процесс, как все, то есть, короче, в плане бизнеса я понимаю, что я делаю, так скажем. Вот самый успешный кейс, это вот именно Моделера. То есть я там был гендиректором, мы продавали все через Инстаграм. То есть мы делали в Портленде, в основном у нас был Флорида Нью вот, и Нью-Йорк. Вот, и, стоимость стола там была от, от 9 до 20 тысяч долларов. Вот. И сам я делаю такие столы тоже на заказ, если что за очень дорого, но я для вас сделаю. Слушай, это очень крутая тема именно столы, потому что я еще находясь в России, я следил за такими ребятами, кто mm -hmm. столики делает. Это, во-первых, офигенный контент. Я знаю, так, что точно. можно классно отснять. Эту историю. 100%. И у меня есть потенциальный клиент, он моей домашку ходит. Он тоже сейчас начал заниматься, заниматься начинает этими столами. И вот просит меня тоже помочь в плане контента. В общем, офигенная тема. Я знаю. Вообще, это прикольная штука. Я это делал больше как хобби. То есть реально, когда вот есть хороший заказ, я не всегда берусь, если честно. Я брался за дешевые заказы, я больше никогда в жизни не возьмусь. Но например, недавно я, например, сделал очень крутой стол для компании. Snap Supplements. Может быть, ты знаешь эту компанию. Типа, это очень крупная компания, мультимиллионная компания. Я бы вот тебе потом скину стол, который я сделал. Это вообще, типа, супер-мега крутой стол. Типа, орех огромный, 11 фит. А, там, лого, это кастомные ножки в виде S. Короче, просто заглядение реально. То есть, это, это прям искусство. Офигенно, на самом деле. А... Это я делаю, это типа моя стройка. То есть, когда ко мне говорят претензии, вот заметь, что иммигранты здесь супер злые еще друг к другу, вот, неспроста. Вот, вот я просто, вот реально, просто ты хочешь делать что-то интересное, тебе все будут пальцем показывать. Типа, стройка, окей, ладно, норм, можно. Что-то, что-то интересное делаешь, все, тебе никогда не помогут здесь. Вот я не врубаюсь в эту штуку, вот честно. А, по поводу работы, бро, потому что вот мы сейчас отлично поймали тему в плане работы, и вот остановились на моменте, когда ты работал, да, в продакшене, у тебя был дом, да, получается, машина. Ну а. да, у меня, например, мой месячные траты минимум были от 8 до 12 тысяч долларов, вот минимум. Это где вы, получается, жили в тот момент? Ну, в Ванкувер. В, Ванкувер так... Вашингтон. А, а, Я почему-то думал, что вы во Флориде все время. Ну, no, да, ты что, я... No, no. я. так и не переехал во Флориду. Это еще другая история. Это... Просто вот ты сказал, что ты в Сетле. Там, когда ты мне говорил, что я там в Сетле, я там в Ванкувер, думаю, о, может, проездом, думаю, прикольно, можно встретиться. Не, 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 получается, в основном. Большинство времени ты был вот здесь, да? Да, да, да. И сейчас я в Портленде живу активно. Прямо в Портленде. Офигенный город, если честно. Кстати, это мне тоже нравится. Я вот очень люблю вот именно такую погоду, потому что я из Ноябрьска, я из севера. И мне вот вообще тропика и Флорида, это вообще... Ну, мы, кстати, ушли с темы, это типа... Ну, по поводу работы, просто да. хочется, так скажем, завершить этот момент, да, твой, да, вот период. Скажи, может, какие-то лайфхаки дашь иммигрантам, приезжим, как, допустим, да, вот по работе... Изи дам. Мне тебя смотреть в камеру куда? Как лучше? Да, можешь со мной, можешь камеру, как тебе удобно. Короче, не трати свое время на славян, сори, что я это говорю, на нашего брата не тратьте время, вообще забейте, постарайтесь идти сразу в нормальную работу, какую-то с таксами и так далее, так далее, к американцам желательно. Знайте, что вы никогда с ними не сможете дружить, сразу забудьте про все про это, забудьте, кто вы были в России, вообще всем плевать. Я максимально рекомендую просто сначала прыгнуть на стандартную работу и сразу искать какое-то дело, типа медиа всегда пойдет, все равно мне не нравится, но так или иначе пойдет. Потом, например, какой еще типа тема всегда хорошая? Вот. Если, например, ты покрасчик, если ты круто делаешь э, штукатурку, например, и ты ложишь плитку, вообще, учи английский сразу. Потому что, смотри. Ты ложишь штукатурку, ты все делаешь то же самое, но без английского ты постоянный наемный работник. Тебе вот так все будут, даже особенно твои славянские христианские братья. Это первый, кто тебя будет это делать. Поэтому сразу берешь какое-то дело, ты должен знать, что в Америке ты будешь пахать просто, как папа Карла. Я советую тебе обрести какой-то навык физическими руками. То есть у меня, например, это столы, но вообще это тоже не очень хорошо. Типа штукатурка, пол, английский. От, а короче, приезжаешь в Америку, два месяца на кого-то работаешь, открываешь себе LLC или корп и сразу пашешь на себя. Или работаешь и пашешь на себя. Короче, чем быстрее ты начнешь работать на себя в Америке, тем будет лучше. Чем дольше, все, братан, вот ты всю жизнь будешь работать наемным работником. Всю жизнь. И английский. It's extremely important, bro. Like, you, you have to have really nice English. Because you, if you have, like, a lot of accent and stuff, it's not gonna work. You know what I'm saying? At least like me. Yeah, I got you, bro. Uh, so. <laughs> английская школа school of tomorrow город ноябрьск если что если хотите мой английский perfect English. Actually, я выучил <laughs> его в россии так что пишите мне в instagram я вас сведу все с кайфом uh, что было дальше вот получается <laughs> вот ты достиг uh, дом машина в принципе то о чем мечтают все да как бы семья да? ну, счастливая семья да потому что я наблюдаю за твоей семьей в те времена это какой примерно год был uh, если не ошибаюсь Ну, 9, ну, это ну, 20 короче вот, ну, вот тот, тот момент 19 20, 20, 20, 20 21 22 вот это пик меня вот очень хороший не пик но очень хорошее время было очень хорошее Я вот как раз смотрел тебя с Москвы еще тогда и реально вдохновлялся твоей семьей, потому что, ну, это, наверное, идеальная картинка, знаешь, тем более как для меня, для христианина, для молодого парня, как бы, вау, там, дом, Америка, Флорида, ну, я видел фотки с Флориды в основном, думаю, вот это мечта, это мечта. И вот как, что было дальше, допустим, ты этого всего достиг, и как двигалась дальше вся история? Окей, okay, я сейчас могу тут несколько сценариев тебе разыграть, но если честно, я не хочу сейчас как бы тут сейчас казаться слишком И прибедняться или слишком сильно вызывать к себе жалость, но если честно, э -э что случилось, да? Но ну, я депрессанул, в двух словах, сильно депрессанул, потому что даже казалось бы я чего-то достиг, у меня настолько большое ЧСВ, что то, что я достиг, мне показалось просто мерзостью, так скажем, настолько незначительным, что опустошило меня. Ну и, конечно же, два с половиной года назад у меня умер отец. Меня это очень сильно подкосило. То есть, как бы, я стал гораздо более депрессивным человеком. То есть, я раньше был очень жизнерадостным. И на какое-то время я стал депрессивным и очень закрытым. Я всегда такой интроверт. Но вот эта ситуация, она сделала меня прям таким, ну, конкретно замкнутым. И, может быть, даже, да, таким темным чуваком. Вот. И, наверное, моя супруга, она ну, не хочу как бы, ее даже именно назвать на всякий случай, потому что, возможно, у тебя другая аудитория, или вдруг посмотрят другие люди, как бы. А, но она, да, она, наверное, немножко усомнилась во мне, так скажем. Потому что. Ну, еще у меня образ жизни не самый лучший, я сразу предупреждаю, не, не надо ее как бы, осуждать. Как бы я не стандартный христианин, я могу выпить, ну, там, немножко. Я никогда не пью, я уже сто лет уже не был пьян. Типа, но ну, я вот открыто могу выставить, как я могу выпить, например. А, «Я даже могу покурить травку». Вот. Настолько, типа, как бы, вот. Может быть, эти факторы повлияли, как бы, на ту ситуацию, что сейчас мы не вместе, к сожалению. И там очень большую роль играют ее родители, которые очень влиятельные люди на самом-то деле. И э, они предоставят, как бы... Ну, короче, не, не могу эти всех вещей сказать, чтобы это не было так, что я как-то... Плюс у меня кейс, короче, не, братан, это... Не, могу... не знаю, как даже тебе все сказать, но если говорить про себя лично, про свою историю то я надломался, короче, в себе, в том, что умер отец, в вере. И это все, так скажем, меня сделало не самым приятным человеком. И сейчас вы, может быть, видите, смотрите на меня такой, ну, вроде нормальный, как бы, но ну, у меня был период не очень хороший. Вот. Вот что случилось. А ты, вот ты говоришь про, допустим, да, образ жизни, допустим, не совсем, как бы, стандартно христианский. Он у тебя был изначально, когда ты приехал в Америку Нет. такой? Или это случилось вот в тот момент? А, ну смотри это немножко такая, все равно топик такой, чуть-чуть, как бы, Ну смотри, я как бы, хоть и сын пастыря, да, я вырос, ну не то чтобы на улице, я так не скажу, конечно, но вообще мои как бы самые близкие друзья тоже это из церкви, ребята, но прям близкие, вот один, например, один из моих самых близких друзей, его звали Андрей Пипусь, он вообще, типа, был не церковный человек, типа, но он был при самый мой близкий человек. Прям самый, один из самых моих близких друзей. Вот родственная душа, знаешь, например. Я никогда не смотрел там, например, на нацию, на вероисповедание. То есть, если бы я вайп с человеком ловлю, я с ним очень могу сильно дружить, влюбиться в него, знаешь, глубоко с ним общаться, как бы вот. И так получалось, что у меня много друзей, и очень много вот именно таких людей, они были вообще не церковные люди. Вот, э, и наверняка ты знаешь, ты, ты ребенок, э, служитель или пострель? Я 12 лет пришел в церковь. Ага. Я тогда, моя мама служила, служила, да. Ну, вот смотри, вообще, типа, кому, кто пришел в церковь, я тому завидую, а кто родился там, я не завидую. Потому что, во-первых, дети пастырей, мы все немножко локу Если честно, если честно, бы совсем. То есть. Как бы вообще, родители, вы смотрите, как вы воспитываете детей, типа. Я не знаю, кому тебе объяснить, говорят, ты туда, не стоит, у тебя даже детей нету, да еще я не знаю, просто как эту информацию а я нет, сказать. Ну, я почувствую на чем-то. Ну, типа, вообще, как бы: Мы немножко все сумасшедшие, если честно. Мы немножко и израненные люди, отчасти, потому что мы всегда как бы живем под лупой, и что вот типа система на тебя смотрит: то, ты же сын пастыря. То есть, мне, например, очень трудно сказать, что, ребят, знаете, я Давид Зуев. Знаете, я, например, вообще-то из Ноябрьска, я из школы, например, учился в школу номер три, номер пять. Я увлекаюсь стартапами, например, у меня есть мое личное дело, и вот такой вот интересный чувак. Нет, ты сын Сергея Зуева. До сих пор, в 30 лет. У меня отца уже нету, а я до сих пор сын Сергея Зуева. Понимаешь, как бы это тяжело отчасти. Это, то есть всегда призма, что ты, ой, это да ты вообще не человек. То есть на меня, например, люди вообще не смотрят как на человека просто, так скажем. Понимаешь? Потом второй момент, это, например, что очень тяжело, это когда ты растешь в таких, скажем, эм, тепличных условиях, когда у тебя все слишком хорошо. Знаешь, например, сори, э, что я это скажу, но как бы у меня было четыре няни как бы всю мою жизнь. Типа у меня был водитель, четыре няни, всякое такое. Это тебя как-то немножко знаешь, твою самооценку чуть-чуть, ну, как бы, она странная делает, понимаешь? Типа, у меня мироощущение чуть ли не как у мажорика какого-то из Москвы, хотя я вообще близко не к этому. Я так и вот думал, на самом деле. Я, когда тебя знал до этого, думал, -то, -то, а это я думал, какой-то макет Я, а я вообще, не знал, не могла, на самом деле. Нет, окей. Моя семья немножко обеспечена, так скажем. Потому что мой отец сам говорит, что он учил о финансах, он был очень умный человек, это Сергей Зуев. Как бы это он что говорил, он то и делал. Как бы. И поэтому, да, я из э, обеспеченной, можно сказать, семьи, но не тот уровень, так скажем, а, которые, ну все равно, то есть, например, забыли водители, это не... Короче, долгая история, я не хочу все сливать, все да, да. а, Это все очень странно отчасти, то есть, как бы, но ну, да, мироощущение и восприятие, как будто ты просто чуть ли не полубог. И когда ты сталкиваешься с реальными ситуациями, когда тебе нужно просто штукатурить там или вести кого-то, то твоя вот эта самооценка, она, конечно же, очень сильно тебя гасит, и ты не можешь толком справиться с этой жизнью, и, конечно же, да, где-то это выплескивается в другом месте нехорошем. То есть, если так это объяснять, вот. потому что, естественно, я не какой-то там пуп земли, я просто чел из Ноябрьской, как бы, ну, вот так, вот не знаю, как это объяснить. То есть, получается, в Америке, да, ты начал, как бы, ну да, как бы изучая, так скажем. Ну, окей, сори, что это глубоко отшел от Нет, я пил в России, я мог покурить немножко, я никогда, мне никогда не тоже? А? Марихуану? Нет, это никогда не пробовал марихуану. Нет, только так сигаретки чуть, чуть мог попробовать. Типа никогда. У меня сейчас тоже нет ничего зависимости. Я просто говорю, что я могу, то есть как бы выпить. Ты можешь могу легко поговорить, потому что я как бы сам Курю? Рил. Курил? Сейчас не курю, слава богу. Нормально а, тема, братан. То есть это может быть говорить в плане свободно, в том плане, что я понимаю, о чем ты говоришь. Вообще, наверное, даже. И мне так очень хотелось пообщаться об этом, потому что я чувствую, грубо говоря, этот вайб. И я по поним... ну, мало кто поймет нас из России, на самом деле. Да. Они вот не знают, как, каково в Америке вообще вот так в этом жить. Когда вот ты можешь пойти вот, каждые два метра шопы, и когда ты бас случается, какая-то ситуация, и ты еще даже один, когда бываешь, да? то, по сути выбора даже не, ну, как бы не остается, грубо говоря, да, ну, у тебя. Давай об этом больше поговорим. Во-первых, э, то есть как бы здесь это легально, то есть чтобы никто не подумал, я не какой-то там, да. То есть тут ты переходишь, ты с, с правами покупаешь как бы всякое такое. Во-вторых, как бы вообще от, мне посоветовал один из докторов от моей депрессии типа вот это вместо того, чтобы использовать антидепрессанты, я сейчас вообще ничего не хочу никому пиарить. То есть как бы я просто говорю, что это я взрослый дядя, типа, можно так сказать, мне 30 лет, я делаю, что хочу. Типа, как бы, это может громко звучать, сори, Я делаю, что хочу, кроме того, что сам Создатель мне может запретить. Вот эти все, как бы, над, а, и, как сказать, рамки, короче, вот эти все, религиозные. Например, вот, я вот сейчас могу объяснить. Просто немножко трудная тема, но я постараюсь ее сформулировать правильно сейчас. Например, мне вообще пофиг даже на мою национальность. Типа, ой, ты русский, должен поддерживать Украину. Нифига. Нифига. Я считаю, что мы должны поддерживать, например, тех, кого бьют. На них на кто? Они защищаются, мы напали. Правильно? Все, я говорю как есть. Потом, например, э, там, если я считаю, что травка, например, для меня лучше, чем антидепрессанты, мне честно, вообще пофиг что думают про меня мои братья-славяне. Потому что у нас, например, это не воспринимается. А, например, я мультикультурный человек. Мультикалчурал конкретный, понимаешь? Типа я знаю женщин, например, которые издревле используют, например, вот даже самую травку пьют. Они вот просто из Мексики, например. Она, вот она говорит, нет, вы что? Я всегда брала там травку и перемешивала с кокосовым маслом, например, и натирала, потому что это хорошо от боли помогает. Скажи, что не помогает разве? Помогает же для сна, для всего, для такого, то есть, и, и, и я не говорю, что что-то толбане муха. Смотри, сколько летает. Бля, она как будто. Ты смотри, какая. Еще какая один гость нашел показ. Вообще попутавшие. реально просто попутавшая. Смотри. Ах ты зараза какая! Бровь, вот плюс травы, что ты можешь сразу реагировать на такие вещи. Не, ну вообще, если честно, вы можете оценить мои когнитивные функции, типа я могу сейчас спокойно тут на трех языках тебе общаться с тобой, как бы могу на любую тему очень глубокую, от метафизической до реальной научной тебе говорить, и как бы сейчас на меня поставить вот просто климу, ой, там наркоман, идите в баню. Но вообще хочется такой дисклеймер тоже вкинуть, что я сейчас принял решение не курить пока в своей жизни. Красавчик. И я как бы не советую никому курить. Я тоже никому не советую. И просто почему хочется об этом поговорить, потому что реально, э, ну, это такой, наш открытый вопрос вообще в христианском мире, как бы, да, курить, не курить, как бы, и так далее. Но я конкретно к этому пришел, э, так чисто еще в Москве до вылета э, в Америку, так скажем, я попробовал. И я уже э, даже не, так тоже такой, знаешь, никто об этом не знал, никто. Это вот чисто такой, как бы, вкид, так скажем Я еще находясь в Москве, я уже искал шоп вот этого места, где я буду жить Нифига себе! Не, у меня не так было, чувак Ну, я такой просто, как бы, творческий человек подход Вот, я приехал, я когда пошел на работу Здесь мексиканцы мне накурили первый же день работы Реально? Да, и все А мне тоже в такси чувак дал, просто вот так вот Я даже помню, это было на Синка де если не ошибаюсь Мексиканский праздник, это он был Мекс. Он такой, smoke? я говорю, Here you go, man. Бро, это, ну с этого началась моя, как бы, моя э, бро, и вот никто не знал, никто. И ты даже ты наверное не знал. Я вот полтора года в Америке я без перерыва курил каждый день дрову. без перерыва. Я не, я не горжусь этим. Я я, я я говорю это к чему? Это привело меня к жестким депрессиям. Сто процентов. Я получил хронические тревоги. Я жил в тревогах каждый день. Сон, баню. У меня у меня реально панические атаки. Это было очень-очень тяжело. Я вот искал, в чем проблема, но я думал, что трава это не проблема. Я думал, что как бы, ну окей, проблема где-то во мне. Я винил себя. Также, как ты тоже об этом сказал, я думаю, тоже поговоришь, что мы, как христиане, у меня в подкорке уже установка такая, что я, ну, как бы это грех. В подкорке. Но это плохо. Я не говорю, что это не грех. Да, да. Это грех. Я просто говорю, что мы любим христиане в избрачные грехи выбирать. Например, просто пример, да? Вот у нас не пить, не курить вообще табу. А сплетничать норм. А врать братьям норм. А, например, просто вот у нас просто например, 10 заповедей, чти день субботний. Всем по барабану. Или, например, просто люби себя, а заповедь есть. Вот ты вот обращал внимание, например, первые 10 заповедей. Еще раз я говорю, мне плевать на протестантскую движуху, мне плевать на славянскую движуху, мне плевать на славянско-протестантскую. Всю СНГ-движуху, если честно. Как бы. Я верующий не из-за папы, я верующий, потому что я пришел к пониманию, что есть творец из науки, можно сказать. Понимаешь? И просто из обозревания всего, что я вижу, я прекрасно понимаю, что есть создатель. Теперь, когда мне говорят, вот такой создатель! И мы точно знаем, вот ты, я знаю, а ты не знаешь, какой создатель, я говорю: о, серьезно, интересно. А что ты знаешь вообще про моего создателя? Что ты знаешь вообще про Библию по-настоящему? Только то, что тебе пастырь сказал? А это и в курсе, что ты пастырь, скорее всего, послушал другого американского пастыря и потом тебе пересказал: типа, я про то, что ты должен свои собственные откровения читать. В Библии четко написано: Возлюби Бога своего как самого себя. А если ты сам себя не любишь, как ты можешь любить Бога? Возлюби ближнего своего как самого себя. Как, если ты себя не любишь? Подумай. И кто бы это хоть раз тебе сказал? О, Библия Библии написано, что ты должен любить себя. Хм. О, а давай разберем личность Иисуса Христа. Давай разберем его не как нам говорят, что вот он такой весь. правая щека, левая щека. О, Господи, какой же я бедный, несчастный. Вы не врубаетесь. Вы в курсе, кто такие зелоты? Вот ты знаешь, что такие зелоты? Это Гарри Поттер что-то? <laughs> <laughs> я не знаю, честно. Я не... <laughs> не, братан, ну кому интересно, например, зелоты, это вот именно сыновь, сыновья, сыновья Громова, сыны заведей, вот это то, что вот были одни из апостолов, как бы зелоты, это типа воинственная секта, которая воинственным путем решала свои проблемы с Римской империей. То есть их, например, цель просто была Римскую империю нагнуть, например. В том числе воинственным путем через оружие. Понял? Как, как бы, сам Христос, он мог перевернуть там столы, он мог там, он с фарисеями постоянно рамсил. Кто были фарисеи того времени? Самые влиятельные, опасные люди, которые и с деньгами, у которых и власть, понимаешь, от, типа от Бога, и люди на них смотрят, всякое такое. Только с ними Иисус была проблема. С кем он тусил? Правильно. С проститутками, с мытарями. Кто такие мытари? Это кто разборщики налогов? А в еврейском обществе, чтобы вы понимали, те, кто собирали налоги от Римской империи, были самые ничтожные люди на свете. А он с ними тусил. Понимаешь? Единственное, кого он не видел, это фарисеи. И вот в этом весь мой поинт, братан. Сколько можно говорить, я не курю и не пью, а потом делать такую дичь? Окей, okay, например, даже так скажу, например, порно. Ой, вообще, знаешь, мы не смотрим, что пол -муж... просто 70% мужиков, они браузер свой не покажут. Окей, okay, ладно, сори, мужики, 99% не покажут свой браузер, в том числе и пастыря. Но не курят и не пьют. А -а -а, интересно. То есть, получается, мы запрятали свои грехи, сидим, непонятно какую херню смотрим, все такие святые, не курим и не пьем, а братьям не помогаем, когда нужно. Получается просто, то есть, или, например, Россию с украинский конфликт до сих пор не обозначили, что это плохо. И я еще плохой христианин? Я не хочу как бы, плохие слова говорить, но вы долбанулись вообще? Я бы по-другому сказал, вы долбанулись. Ты скажи, может быть, я гоню. Сори, что. И, и, вот именно звонить, что я так злой. Это именно то, о чем я говорю, когда вот что со мной стало, так скажем, после моего отца, так скажем. Раньше я был гораздо более веселым человеком. Ну, вообще, да, это мой вопрос. Вы вообще в адеквате? Сколько мы будем говорить про то, что нельзя курить и не пить? Почему вообще какие-то грехи мы выбираем избирательно, а какие-то мы закрываем и потом маску благочестия одеваем? Сейчас для пастыря вообще норм быть копией или просто подражать какой-нибудь блиновской. Вот сейчас любой пастырь из СНГ, я не буду неймдропать, опять же, я не хочу никого, ну ладно, там, сами-то понимаете, кто. Очень крупные, с большими инстаграмами. Знаешь, какая у них мечта? Это 10% от того, что Блиновская сделала. Побольше бы курсов продать. Блин, бесит меня, например, еще вот эти все курсейды в Африку. Ой, мы должны помочь в Африке. Идите в баню, блин, у вас под мостами прямо сейчас в Америке столько этих африканцев, там столько людей, которым помощь прямо сейчас нужна. Я по Портленду гуляю, гуляю, сколько там просто там... Вот, например, я несколько раз просто себя снимал, бомжу отдавал одежду. Не потому, что я хороший, а потому что я просто думаю, блин, ну если я христианин, что-то сделай, экшен какой-то. Да, я, может быть, курю в этот момент и даю эту, этому чуваку самую лучшую свою одежду. Вы вообще врубаетесь в мое христианство, типа? Мне пофигу, мне вообще не стыдно, например. Я буду стоять, курить, и я больше достигну, если так говорить, нормальных, неверующих людей, чем те же самые пастыря, которые на одну, на одну и ту же аудиторию годами говорят. Врубись, нафига взять, например, 500 человек, даже если большая церковь. Ну Окей, окей от 100 до 1000 человек берешь, одни и те же, и просто одну и то же втираешь. Они уже спасены, братан. Надо идти дальше. Нужно достигать там, где они по факту есть. Понимаешь? Вот это мое мнение, если хочешь что-то достигать, как бы. А вот это все показуха, это все набожное, это все... Мне надоело, короче, чувак. Вот это все показушное христианство, это меня просто вымораживает. Я считаю, апологет всего этого. Это для меня низко, если честно. То есть это люди, которые должны были быть, по сути, если так по касте смотреть, да, это люди, которые после Бога, то есть они должны говорить, по сути, политикам. А что они делают? Они на Жириновского молятся. Господи, хоть бы Жириновский в церковь зашел, вот в момент, когда он уже был царство ему небесное. Вы вообще врубаетесь. потом сюда приезжают. Я украинец, я на мове размовляю. Чувак, у тебя ты только что с Жириновским там плясал на сцене. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю? Мы против разводов. А давайте сделаем так, чтобы точно как можно больше семей распалось. Давайте попробуем э, столько сделать дурацких кейсов э, и так, как бы поддерживать. Я сейчас, сейчас ни, вообще не врубаюсь. Сколько разводов сейчас пошло? Вот мой кейс тоже. Чем вообще протестанты хороши? Вот я вообще не врубаюсь сейчас. Вот ты можешь мне объяснить? Чем мы не западные просто блогеры? Вот да, объясни. Я не знаю. Так мы, а, они не до блогеры. Вот сори. Типа вот так вот молиться на Блиновскую или мечтать о 10% от Моргенштерна, да? А потом типа его осуждать, а по сути делать все то же самое он, только на минималках? Вообще. Ты же понимаешь, что по факту такое мышление это вот как раз таки против системы. То есть вот об этом э, ду, я думаю об этом. Да я вообще молодой Навальный человек. Я думал об этом, и я понимаю, что такое мнение нельзя вслух воспроизводить Можно. в наше время сейчас. Можно. Как бы. Я буду, мне вообще пофиг. Никто мне не скажет нет. А вот, кстати, ты когда начал э, так мыслить? Это когда э, случилась, вот, э, так скажем, такая ситуация в твоей жизни, или ты, до этого были такие мысли у тебя? Смотри, вообще я видел много чего. Я человек системы, так если взять. Я из этой системы. Я знаю всех пастырей. Я лично знаю Ульфа Экмана. Если на то пошло, как бы я не знаю ни одного известного пастыря лично не не знаю, так скажем. Окей, я их всех знаю. Со многими из них я делал подкасты всякое такое. Я не всех их одну к ребенку, не все. Но я к чему говорю? Если уж вы не православные, да, у которых есть реально очень глубокая просто передача власти, передачи даже нашей религии, нашей философии, там есть очень глубокое. Если вы протестанты, а, а, я протестант, знаешь, какой чувак? Сейчас ты из меня можешь помолиться, смотри. Вообще сейчас сделаю чудо. Вот хочешь чудо сделаю? Смотри. Это, короче, часы моего отца. Я сын единственного своего пастыря. По-библейски, короче, левиты, это семья левитов, она должна только, если, то есть ты не можешь, например, Стать, например, просто левитом, да? Помнишь в Ветхом Завете? Ты можешь только родиться в семье левитов. Ну, те, кто поймут, те, кто понимает, тем поймут меня. Смотрите, я, вот, я же протестант, вот прямо сейчас на ваших глазах, смотри на твоем эфире. Благословляю себя на пастырство. Все. Я пастор церкви, город Ноябрьск. Все. И теперь я, вот теперь люди должны меня взять, сейчас слушать как пастырь. Сейчас все, что я скажу, это от Бога, я говорю. Ты понимаешь, какая это хитрость? Я, я это говорю сейчас не потому, что... Во-первых, ты прав. Меня очень сильно задел мой личный кейс. Потому что когда человек говорит со сцены, что развод это плохо, что он семейный эксперт, а потом делает все, чтобы семья, которая 9 лет была, она разрушилась, понимаешь? И потом это люди поддерживают, другие просто из-за имени и не хотят разобраться в кейсе, конечно, я буду, блин, злой. Конечно, я злой, когда ты в системе в такой, что ты, так скажем, твой человек, да, или, можно сказать, уже оппонент по факту, потому что уже судимся, блин. Где мы живем, что мы должны судиться среди своих, брат? Куда мы докатились? Я подал суд? Нет. Не я. Понимаешь, как бы, и с какой подачи, ты сам можешь догадаться, с чьей. Я не хочу ни, сейчас никаких имен тут дропать. Я не хочу как бы... Ну, короче, люди все поймут то, что знают. и тем более, У меня кейс сейчас дурацкий. Короче... Это система. Просто вы должны понимать, что как ни крути, мы все люди. А мы пока на этой земле, у нас у всех есть темная сторона. И вы, вот сейчас я скажу очень важную вещь. Вот вы, обычные люди, которые ходят в церкви и потом вот так вот трясущимися руками подходите к пастору после собрания, вы их портите. Вы виноваты. Потому что любому человеку подойди, вот, вот я возьму, возьми меня, и мне 10 лет вот так подходи, говорю, ты все, что ты говоришь, это, господи, это прям от Бога. И у меня будет ЧСВ еще выше, я с ума сойду. И я могу на сцене быть капец какой крутой. Вот сейчас меня выпустили на любую сцену, я возьму любую молодежь. Но если я по жизни балабол, то все, что я делаю, это просто чушь собачья. Это просто дешевка. Я так больше скажу. Пострей которые двигаются вот в этой системе, да, вот именно блогерская, вот это люди, всякое такое, а, и потом еще свое ЧСВ они раздувают, потому что люди им дуют, да, как бы вот целуют руки, то, если честно, для меня это низкие люди. Знаешь, почему? Потому что я вам в секрет скажу, в церковь ходят не самые начитанные и не самые образованные люди. Очень доверчивые люди. И из церкви входят люди, те, которые даже сами Библию не читали. Люди в церкви любят вайп. Люди в церкви просто любят даже переложить ответственность. Я же сходил в церковь, я поставил галочку, я молодец. Не молодец. У тебя лишних отношений с Творцом нету. Ты можешь схавать любую дичь. Более того, тот факт, что я свободно говорю все, что я хочу, и не боюсь, лишь доказывает, что я с Творцом очень близок. Потому что единственное, что он говорит очень много раз в Библии, это не бойся. Понимаешь, о чем я тебе говорю? И когда я сейчас, например, вот э, извините, что я не так, может быть, это говорю мягко, или то, как прилизанно причесано, как все к этому привыкли, каждый из вас в глубине души знает, что я прав сейчас. Каждый. И мой point в чем? Я могу курить, я могу пить, я не пастырь, я верующий, глубоко верующий человек, если я не нарушаю закон то вы перебарщиваете, ребята, когда пытаетесь на меня проецировать свои рамки, свои традиции, свои обряды. Если я, я свободный человек, я в Америке живу не просто так, окей? Okay? Я не просто так жрал дерьмо 3,5-4 года, чтобы потом еще быть в системе людей, которые думают, что мне могут навязать. А ты знаешь, ты можешь там выпить или не покурить, иди нафиг. Сори, что я так грубо говорю, это так есть. Вот ты хотел нормальное интервью, и вот я нормальное интервью. Все, вот, вот то, что я чувствую. Меня задолбала эта система. Э -э я долго молчал, и чем больше я говорю, тем больше у меня внимания и влияние, ребята. И я вообще не врубаюсь, э -э чего они вообще ждут, понимаешь, как бы? Знаешь, как обидно, когда ты с ними всех знаешь лично, когда ты с ними братуешь, по сути, а потом, когда у тебя произво происходит произвол, то за тебя не вписываются просто из-за того, что другие люди имеют более значимое имя. И ты не хочешь с ними рамсить, потому что тебя на конференцию не позовут в следующий раз. Да, меня это бесит, братан. И там моя принцесска, где моя принцесска единственная, как бы там рамс жесткий будет. И э, я надеюсь, они это поймут раньше, чем позже. Не знаю, как это еще объяснить. Больше не могу ничего сказать. На самом деле я чувствую, что это очень важно. И Лично меня эта информация очень касается, потому что я проходил такие ситуации, я сам понимаю, о чем ты говоришь. Но ну, я думаю, что многие люди реально прям ну, получат всякие откровения. После я надеюсь, показа. можно дисклеймер еще? Дисклеймер очень важный. <как> Конечно, дисклеймер нужно вначале говорить, но если что, ни в коем случае меня не слушайте, пожалуйста. Я не пастырь. Очень важно, говорю. Я не пастырь. Я даже не блогер. Окей? Okay? типа, я даже не христианский блогер, если так хотите сказать, окей? Я просто верующий человек, я верю в Создателя, я верю в Него, даже не потому, что я хочу, я так тебе скажу. Я мечтал, чтобы, может быть, его не было. Я мечтал, может быть, об этом, потому что меня эта религия вымораживает. Я подумал, что Создатель — это эта долбанная религия. А нет, наш Создатель — самая интересная личность в этой вселенной. Понимаешь? Ну, я скажу, ты знаешь, что наш Создатель, например, придумал секс? Ой, Иисус придумал секс, можно так сказать. О, Господи, какая громкая фраза, а так и есть, если так подумать. Хватит делать его скучным. Какое было первое чудо Иисуса? Ева. Я, я, не знаю. Я... прикольно. Я... прочим, прикольный ответ. Не, просто я, честно говоря, я не такой, как бы, я, я не сильно... Нет, э, в... нет конечно, into... не Ева. Не Ева, конечно, но это, с отчасти это интересный ответ, но не Ева, нет, конечно, это же превращение воды в э, вино. То есть это свадьба, это, то есть это очень интересный момент, э, когда Иисус, например, и вообще это очень интересный на самом деле момент, к нему подходит его мать, которая, между прочим, все дискредитирует в протестанстве Марию. Да, вообще просто. Я да, просто женщина, вообще, знаете, там, вот царь Давид, вот Авраам. А, Мария, это вообще. <фиш> Матерь Божья, буквально. Понимаешь, Матерь Божья. Смотри, как, как Иисус вообще начал проявляться? Он до 30 лет же вообще ничего не делал, если ты не знаешь. В 30 лет на, на свадьбе к нему подходит его мать и говорит, иди сделай чудо. Какое чудо, ты спросишь меня? Воду в вино. Он сделал безалкогольное вино. Cut that, bro. Cut that shit, как говорится. Вы что, хорош уже. Какое безалкогольное вино? Везде у вас безалкогольное вино. Блин, ну еще он, еще он ругался не по-настоящему. Еще он столы переворачивал метафизические. Да? Еще, может быть, он... что еще он, может быть? Может быть, его друзья зелоты, это были его воображаемые друзья просто. Или когда он, например, говорил, что я пришел разделить отца с матерью отца с сыном, например, дочь с матерью. Помнишь это место из Писания, что я не мир принес, но меч я принес? Ой, просто так он это сказал. А когда он сказал, например, что я не знаю, то есть вообще, хорошо, просто смотри, нужно на личность Христа, и не про то, что тебе про него говорят, а буквально его изучить. С исторической точки зрения, с другой вообще места. Вы знаете, что он, по сути, вообще просто ну не хиппи, конечно, но что-то ближе к Че был на самом-то деле, чем то, что нам про него говорят. То есть он буквально вокруг себя собрал влияние людей, которые имели совершенно другое, опасное мировоззрение, что для религии, что для всей Римской империи. Ему вообще по барабану было. Ты римский император, ты римский наместник у нас в Иудее, иди ты в баню, я сын Божий. Кто так еще может сказать? Понимаешь, типа, и, и конечно, но мы как его себе рисуем? Ой, одна, одна щека, а вторая щека, Господи, Иисус Христос, помоги! Не, вы не врубаетесь. Это имя, демоны боятся. Вы думаете, чтобы демоны, которые, ну, я не хочу сказать, ну, то есть это все по-настоящему, как бы, типа, демоны, это все не шутки, как бы, как бы, и вообще, духовный мир, это все не шутки, если честно. И чтобы, как бы, там есть четкая иерархия, да? и чтобы тебя боялись те, кому, кто нуждается в приношении, жертвоприношении детей, сори, что я ужасно эти вещи говорю, как бы вообще это все дисклеймер, что это чушь, как бы, но чтобы такие демоны тебя боялись, ты должен иметь такую силу и власть. Ты понимаешь, о чем я тебе говорю, братан? Типа, как бы он не тот, которого себя выдают. То есть, и когда он сейчас придет, более того, когда он придет в последний раз, а он скоро придет, он будет вообще не такой, как вы себе его ожидаете, как и в первый раз первый раз пришел мессия, ой, ну не такой мессия, как мы хотели, поэтому распнем его. Вы сейчас увидите, как он придет. На коне так раздаст, так все зажмутся просто, все попутают, скажут, ой, а это Христос, да, вот это Христос. Я не злой, и я вообще ничто по сравнению с тем, что придет, короче. Я вообще псюк какой-то просто. И вот этим пастырям им бы задуматься хорошенечко вообще о своей жизни, если так, если честно. Потому что что будет самое главное? Это финальный суд. Кто будет его судить? Сам Христос. А как будет финальный суд происходить? Секрет-секрет. Не по подписчикам в Инстаграм, не по просмотрам в YouTube, не по количеству проведенных конференций. Ты принесешь свои дела на жертвенник, и его поглотит священный огонь. Буквально так же, как и описывалось в египетской мифологии. То есть буквально ты ставишь что-то на жертвенник, и тебе будет взвешено все, все твои дела. О, у тебя 100 тысяч подписчиков в Инстаграм? Ты ничто. А, ты по-настоящему был близок со своей семьей, и в первую очередь ты заботился о своей семье, где есть место списания, что кто о домашних своих не печется, тот хуже неверного и по сути уже оставил веру. Мы все забываем эти места списания. Понимаешь? Мы все какую-то парадигму... Сори, что я так много говорю. Может, есть еще no, какие-то вопросы? No, no, no. Я... Сори, я буду бесконечно сейчас накидывать. Например, взять апостола Павла. Я очень хорошо знаю Писание. Лучше, чем многие. Взять апостола Павла. Что он пишет? «Мне дано жало в плоть. Что хочу делать, не делаю. Что хочу делать, не делаю. Бедный я человек. Я не могу состязаться со своей плотью». Понимаешь? Он буквально описывает апостол Павел, описывает тот факт, что он сам борется со своей плотью, что он не может, что он тоже говорит, что я и апостол, но ну вы во мне, на меня смотрите и подражайте мне, как я Христу. Почему? Потому что ну, мы по факту не можем так-то так Христу подражать, потому что Христос как бы наполовину Бог, наполовину человек, как бы это не совсем даже наша касса, так скажем, да, если честно. Но апостол Павел ⁇ это прекрасный пример. Посмотри, что говорит Павел и как он критикует церкви. Нет, вы вообще не врубаетесь, Павел, это... это. Вы вообще, короче, не врубайтесь Вот, сори, вот это, это, больше изучите историю Павла, больше изучите историю реального Христа, не ту, которую вам сценой говорят, а, может быть, со, с другой э, стороны. Например, там Иосиф Флавий был такой хорошей э, э, историей, который жил в момент же со Христом. Вы вообще, в курсе, что Иисус Христос — это реальный персонаж, которого можно найти в истории, в друг... ну, то есть не в Библии только. Ты в курсе про это? А -а -а. Куча документаций говорится об Иисусе Христе. Куча. Понимаешь? Ну а кто-то думает, что это просто религия. Это не просто религия, братан. Это гораздо глубже. Ладно, сори. Слушай, очень интересно, на самом деле. Но мы можем сейчас перейти плавно к видео, которое ты выложил. И... Исповедь? Да, вот, просто я вот посмотрел, и как бы там ты много всего рассказал интересного. И то, что в твоей жизни происходило, получается, два месяца назад да, ты выложил это видео. Два-три месяца назад уже, да. Да, вот, можно как-то плавно к нему перейти. Просто зачем ты вообще видео снял? почему ты пришел вообще к этому и вот... Это интересный вопрос. Слушай, ты круто делаешь, чувак, между прочим. Ты круто ты делаешь. Чувак, ты офигенный. Мне нравится, ты что-то делаешь, чувак. Мне реально нравится. Короче, смотри. С этим связан мой кейс. И вообще все, что я делаю, это просто, по сути, моя попытка доказать людям, что если я чуть-чуть вне системы, это не значит, что я плохой человек. Это не значит, что у меня можно семью забрать или дочь, понимаешь? Или что можно меня, например, на все церкви полоскать с меня. Или даже, что я, например, позиционирую, что я не христианин. Это не в этом мой point. Я сделал это исповедь, потому что про меня пошла огромная молва, про меня слухи. Я не то, что известный человек. Я неизвестный, опять же. Я известный в узких кругах. Это широко известный в узких кругах. Это на самом деле проклятие, если честно, когда ты широко известен в узких кругах. Типа вообще, тебя многие кто знает, ты ни в какую церковь нормально не можешь зайти. Но вообще всем пофиг. То есть, если честно, это, это не то чтобы так хорошо. Как бы я, если так честно, обычным просто людям очень немножко завидую, которые вообще, ну, типа, у меня никаких бенефитов особенно нет. Только, только может, вы сейчас меня смотрите, и ты меня говоришь. Это может быть единственный бенефит по-настоящему, если так подумать. Все остальное, это никаких бенефитов нету. Вот. И да, я, получается, мне пришлось сделать это видео, потому что про меня пошел очень серьезный слух, что я употребляю серьезные наркотики, и что как бы я вообще там, ну чуть ли не, не неадекватный, да, из-за моей позиции. просто все, что я сейчас говорю, я также это мог бы сказать, даже еще мягче. И вот все, что сейчас вы видите, это и послужило причиной того, что очень большие дяди с очень большим ЧСВ подумали, что меня можно просто стереть из жизни. Откуда вот пошел слух? Это откуда Догадайся. Я не буду говорить это имя. Догадайся. Ну, а как этот слух был вкидан? Он среди своих и потом дальше пошел? Буквально звонил, вот, вот очень большой человек, мистер Святые Станишки, звонил и, наверное, трясущейся рукой говорил, вы не знаете, какой он наркоман. Моим родственникам звонил, например, которые тоже очень большие люди, так скажем. Может быть, ты их знаешь тоже. По... Вот, моя сестра Стер, Ну, неважно. А, вот. они, э, Ник брал у меня интервью, когда-то а, а, еще три вот. года назад. Окей, видишь, мы всех друг друга дня. знаем. Вот, вот видишь, я просто, опять же, не хочу слишком глубоко и интимные вещи говорить, личные, семейные. Но Насколько нормально, когда один большой дядя без доказательств звонит другой очень важной тете, которая является моим родственником, и начинает говорить ей: Ой, да ты не знаешь, какой он наркоман? Пруфы? Я готов пройти экспертизу. Можно мне пруфы, что я хоть раз в жизни употребил тяжелый наркотик? Еще один пруф: Можно мне хотя бы один, одно заключение психиатра, что я сумасшедший? Можно, пожалуйста? Ой, а можно мне хотя бы один? случай стычки с полицией или один DUI, driving under the influence, например, да, вождение в нетрезвом виде, хоть один. Ой, нету. М -м -м. А слухи еще пошли, что я жил за их счет, например. Где чеки? Чеки. Мне нужны чеки и мне нужны, мне нужны выписка от психиатра и мне нужно свидетельство о моей анализах, и что хотя бы, то есть, смотри, например, мне говорит, ты наркоман, да?

Чем больше мы с тобой можем говорить, и чем несколько больше интервью можем сделать, вы вообще попутаете от того, что я знаю и что могу. Докажите мне, что я псих и наркоман, и потом разрушите мою жизнь. А зачем вообще кому-то разрушать твою жизнь? Про фиг его знает. Чувак, я тебе еще раз говорю, я опять же не хочу слишком глубоко в эти вещи идти, но люди, вы должны понять, мы все, мы только можем думать, что «Ой, там пастырь, это полусвятой человек, полубог». Нет. Окей, okay. хороший пример — это католицизм, например. Чем славится католицизм? Что такое католицизм? Бро, я просто, честно... Ну, бро, католики. А, все-все. Католики. Чем славятся католические священники? Чем? Слух вот такой, например. Папа Римский, может. Геев они... Ну, не геев, блин, нет, чувак. Педофилия очень известная. А, прикинь. Ну ты чё, братан? Мне даже говорят об этом, кстати. Но, теперь, так, и, так и, это, и... это, не шутки, типа. Вы подумайте, типа, это что, просто так? Нет, блин. Очень часто, когда люди идут в такую высокую позицию, когда им целуют руки, они сходят с ума буквально. Вы должны понять, что мы все люди, у нас из всех буквально ну, такая штука, как психика. И это вот эта самая психика, которая в нашем культуре, в нашем обществе вообще не изучается, это очень важный нюанс, очень важный элемент. И вот этих пастырей, я еще раз говорю, мы все люди, у нас у всех есть темная сторона. Окей, я тебе могу буквально из изи объяснить. На тебе. Не на мне. На... могу на себе. Окей, нет, давай на себе. На себе. Я, по сути, никто. Если так честно смотреть. Я не миллионер. Я ничего-то не достиг особо. Если честно, да, как бы я, ну, никто. Но вот из-за того, что за мной следят люди, я, может быть, чуть-чуть как, -чуть да, я, может быть, чуть-чуть наглый, дерзкий, как бы чуть-чуть, может быть, у меня завышенное. Умножь это на десятки тысяч, и когда тебе реально вот так вот к тебе подойти и боятся тебе подойти, и так вот рук вот так трясутся и говорят: «Пастор Чан, это, это самое лучшее, что я когда-либо слышал. Вот мои дети, пожалуйста, пусть они служат тебе всю мою жизнь. Блин, я думал об этом. Ты сойдешь с ума, чувак. Я, это, я вижу это и думаю об этом, и мне реально, вот, знаешь, мое как бы христианское вот, основание запрещает думать об этом. И как бы я думаю, ну блин, ну, ну это, ну как бы, ну а что это, как бы, что вот? Нет, если ты об этом задумываешься, и вообще, ребята, я поэтому говорю, на меня нужно подписаться, и поэтому у меня будет телеграм-аккаунт, в котором я буду говорить реально свои мысли, потому что то, что я говорю, реально иногда опасно подумать и сложно сказать, но по факту это капец, как важно. Понимаешь? Думаешь, нормально, когда, например, люди идут на маршрутке, едут, берут себе 500 драм, вот так вот просто, так, 500 драм это типа 30 центов, может быть, и они платят за маршрутку 250 драм, вот так, кстати, 500 драм едут, вот так вот, вот, на маршрутках по Еревану, по всем кочкам, вот так вот, вот так вот трясутся. А потом ты идешь в церковь, и там пастор подъезжает просто на последнем каком-нибудь там, я не знаю, мелине каком-нибудь, понимаешь, эмельке, или тауреги, и просто вот так вот. О, Господи! И потом эта женщина дает ему 500 эти драм, и еще вот так вот да, вот и потом еще подходит и говорит: Господи, помолись за меня, полубог, ты сойдешь с ума, чувак. Ну а что делать, как ты этого сбежишь, если вот пастор, так все-таки такая медийная ну, личность уже по факту. Ты знаешь, что такое Ульф Фекман? Ну, я слышал про него, ты мне говорил. Да. Ульф Экман это человек, который начал все движение всех протестантов. Всех. Где он сейчас, братан? Где? В католицизме. Знаешь почему? в католицизме есть правила. И там твой чин — это важно. То есть, если ты пастырь, значит, ты был в системе, значит, ты послушник, значит, у тебя тоже, в свою очередь, есть пастырь. Там очень глубокая иерархия. Почему ушел э, Ульф? Потому что он хотел все сделать, как необычная традиционная церковь. Не как православие, не как католицизм. Но, по сути, сделал все еще хуже. Если в православии есть один патриарх, и в католицизме есть один папа, то у нас... Если у тебя плюс 10 тысяч подписчиков, ты считай полупапа. Ты мини-папа. Ты папа на минималках католический. У тебя нету пастыря. Ты можешь десятину вообще всю себе в кармашек класть. Вообще никто не спросит. Кто спросит? А те, кто спросит, это бунтари, оказывается. Еще один прикол. Ты знаешь, сейчас все, что делают современные пастыря, это таскают друг у друга людей из церкви о, я сегодня супер крутой, известный пастор, я выйду на сцену, короче, так вот, с такой это, у меня будет такая подача. И, конечно же, я заберу других людей пастырь. других людей в пасту. А вот сходить в даунтаун, не? Понимаешь, братан? Ну, и ты сейчас, получается, не ходишь в церковь, да, из-за этого? Я хожу в церковь иногда, но я хожу в православную церковь иногда. Я очень много просто так слушаю, читаю сам. Я очень люблю православие, то есть, как бы, я не молюсь иконам, да, то есть, но и православные не молятся иконам. Например, православные, у нас тоже сразу отторжение у россиян и у славян, потому что сразу там э, э, Кирилл, потому что сразу это ФСБ, потому что сразу тоже куча религий, тоже там эти Мерседесы. Короче, за все, за что ругали мы э, православных, мы сами этим заболели, понимаешь? Только мы, плюс ко всему еще протестанты, и я когда говорю себя благословляю, это прикол, конечно же, но по сути так и есть. Ты кем угодно можешь позаказать. Я, я могу сказать, что я епископ протестантский. А знаешь почему? А потому что каждому из сторис смотрит два с половиной тысячи человек. Докажи, что я не епископ. Протестантский, конечно же. В православии так нельзя. Ты знаешь, что у твоего пастыря, например, нету пастыря? Ну, он, мне говорил, что у него есть пастор. О, ты знаешь этого пастыря? Или это какой-то пастырь, которого никто не знает, и он типа для галочки, конечно же, у меня есть пастырь, которым я, конечно же, отчитываюсь. Бро. Ну? Давай, может быть, слишком глубоко в эту тему не идти, а то мне, если честно, Нет, нужны понимаю, мои протестантские... Вообще-то, если честно, я нуждаюсь в вашей поддержке. Протест... Протестантские братья, так скажем. Без шуток, просто давайте своими... своими именами вещи называть и давайте дружить. Я хороший человек. Ну, да в любом случае, это говоришь не с, не с точки зрения кого-то там на борт из церкви увести или что-то еще. Нет! Может, под... ну, раскрыть и поддержать. Конечно! Говоря. Да я вообще, я... я говорю еще раз, я глубоко верующий человек. Я хочу, чтобы люди познакомились с Христом. Я говорю, что там они не знакомятся с Христом. Там их вообще... Это либо манипуляция, либо какое-то насилие, либо что-то еще. Я призываю людей самим взять Библию и читать раз. Я призываю людей изучить Иисуса Христа как просто личность, например, Наполеон, и изучить о нем с других источников. Например, посмотреть прекрасную Юлю Латынину, например. Великолепная женщина, которая очень интересно раскрывает исторические моменты. Вообще атеист. Но нужно послушать, потому что нужно свое мнение, свой нужно кругозор расширять, понимаешь? Например, я очень хорошо разбираюсь в эволюции. Я практически могу дать сейчас чуть ли не урок. Нет, не, нет, я по факту могу дать урок. И если честно, я мог бы дать вообще чуть ли не лекцию в институте на тему эволюции. Почему? Потому что я хотел докопаться до истины. А вдруг неправы мы? То есть вообще-то мы протестанты, мы не страдаем критическим мышлением. А мы протестанты, блин. Протестант. Протест. Ты вообще врубаешься? Ты, ты, ты врубаешься, что я тебе говорю? Мы вообще, мы вообще, то есть, если ты протестант, и ты такой, я не пью, я не курю, я хожу пастырю, я даже Библию толком не читаю, то ты вообще кончен, если честно. Ты даже не протестант. Потому что протестант, в чем прикол протестантизма? Это, это прийти, как он началось, да, пришел Мартин Лютер, прибил гвоздями к католическому храму он набил свод новых, то есть, как ребят, индульгенция не норм, продавать спасение за деньги не норм, и перечислил кучу вещей, что стало не норм. А мы создали систему, критикуем систему, которая тысячи лет уже существует, и мы были бы никто без тех же самых православных священников, то есть мы бы вообще просто были бы никем, понимаешь, протестантики, а мы еще думаем о себе, что мы можем что-то там, ой, да они там идолопоклонники, вы человека прославляете. Вы идолопоклонники. В общем, мы переместились немножко в другую локацию, потому что все-таки мы в Америке, уважаем китайцев, они пошли в нашу комнату час ждали, пока мы закончим. Тоже уважение большое, как бы мы любим китайцев, ничего не подумайте. Вот, но переместились в другую лаунж-зону и продолжим наше общение. Вообще, мы на чем остановились, да? Мы говорили вообще про твое видео, да, изначально. Исповедь. Да, да, зашли немножко в разные стороны, что очень хорошо на самом деле. Вот давай продолжим вообще тему того, что ты сейчас не ходишь в церковь, да? Не хожу в конкретную церковь. У меня нету, например, сейчас какого-то конкретного пастыря, так скажем. То есть я просто верующий человек. Я читаю Библию, я слушаю Библию. Я иногда хожу в православную церковь. У меня никаких проблем нету зайти в протестантскую церковь. То есть как бы это не какой-то принцип или что-то еще. Просто для... я немножко эмпат, если честно. Я очень сильно чувствую э, окружение. И вот некоторые церкви, мне вообще ну, очень трудно туда зайти. И некоторые церкви меня сейчас прям так ненавидят, что они по факту... Меня готовы и чуть ли не посадить. И если у них была бы возможность, они бы это сделали. Я не шучу сейчас, как бы есть неадекватные люди. Раз настолько неадекватные люди, что ты когда-то им говоришь: "Эй, товарищ, а ты в курсе, что ты тоже просто человек, что мы просто живем в Америке и что я просто, может быть, не не так уж интересно, что ты думаешь? Вот ты только это скажешь, тебя могут убрать из церкви, потом постараться посадить, заткнуть. Почему я говорю это такое? Потому что у меня есть хоть немножко, чуть-чуть влияние есть, хоть немножечко. У меня есть того, что сейчас меня смотрят люди, понимаешь? Вот только этот момент им не дает меня просто вот так вот смять и выкинуть уже. Они бы это сделали сто раз. Ш кого ты имеешь в виду? Кто? Это трудный вопрос, но это, можно так сказать, коллективная вот система. Вот эта вот. И система, которая не то, что прям так боится меня или что-то еще, но так скажем, то, что я из системы, то мое слово что-то значит, когда я говорю, что что-то здесь не так. И они очень не хотят, чтобы я об этом говорил. Потому что это может как бы привести, ну, там, они думают, соблазну, кое из церкви в виду. На самом деле это все просто, как бы, сам понимаешь, что влияние, как я уже много раз говорил, очень важную мысль постараюсь донести, как бы, я никого не осуждаю. Я не святой. Все, что я говорю, что у человека есть белая и темная сторона. И если он пастырь, это не значит, что он избавился от темной стороны. Это значит, что она присутствует там. Даже эта темная сторона, так скажем, вот эта вот э, жажда власти, потом серебролюбие, бла-бла это и сделает его, по сути, пастырем. Понимаешь, если честно, то есть, как бы это трудно объяснить немножко, но он там не только потому, что, например, как бы сам Господь ему сказал, вот, они хотят, чтобы мы так думали. Вот боженька ему сказал, он такой. Эх, ну ладно, сегодня я буду стоять на сцене, чтобы меня слушали тысячи человек, и не пойду на работу, и это будет моя работа. Окей. Ну а вообще кого-то убирать, вот это такие, знаешь, это, это 90-е движение, это вообще по-христиански считаешь? Чувак, а что если я тебе скажу? Потому что еще раз, я вот мысли не сказал в начале, где мы на первой локации. Почему я вообще, честно, не уважаю это, так скажем, построение? Потому что они хотят всего того же самого, что хочет любой бизнесмен или, более того, мафиозник, только они это используют в другую структуру. В реальности того, вот что скажу. Любой мафиозник, который просто жестко вот так вот на Мерсе по России сейчас гоняет, вот так вот, вот на каком-нибудь кабанчике, да, то он, если честно, ближе к Богу, по моему личному я даже вот так скажу, сейчас супер странную вещь скажу. Какой-нибудь вор в законе гораздо ближе к создателю, чем вот эти недомаркетологи. Понимаешь, почему? Сейчас вообще, капец какую тему тебе кто сказать на твоем подкасте? Это вообще, кто сейчас меня услышит, и даже сейчас ты меня сейчас услышишь, ты просто, если ты будешь это применять, это равно магия. Вот все, что я сейчас скажу. Смотри, а, почему, например, очень важно говорить правду? Например, на зону ты идешь, да? А, например, ты уважаемый даже, может быть, человек. Я знаю истории. Был вот это, там не вор, но очень уважаемый человек он проиграл в карты на зоне. И его жена принесла ему, то есть он долг, да, должен был дать, его жена принесла долг не в 12, как он обещал, а к часу. Так вот, он передал бабки и пошел повесился. Знаешь почему? Потому что свое слово нарушил. А теперь иди и найди хоть одного пастыря, который так готов сделать. Почему я лично знаю людей, которые со сцены врут, о том, кто, сколько у них детей, о том, сколько у них внуков, о том, кто их семья вообще. И вообще врут о том, откуда у них деньги. Со сцены на 10 тысяч. Не то, что лично. Лично постоянное балабольство. Вот так вот напрямую. Это понимаешь? То есть, короче, если ты ходишь в истине, к чему тебя и учит Писание, и призывает, что всегда говорить правду, ходить в истине, почему это важно? Сейчас вообще супер важно. Я надеюсь, сейчас я смогу это донести. Супер важная тема. Смотри. Если ты оперируешь в истине, то, по сути, все твои слова – это реально как магия. То есть теперь, например, когда я говорю, я не верю. Например, сейчас что тебе скажу, да, например. Я стану президентом 2045-2044 в России. Как тебе это? Звучит неплохо. Нет, звучит слишком громко. Как тебе это? Я, я, я только что выложил такое видео, что я стал президентом Америки а... <с earrings> полчаса назад. У самого... Вот смотри, чувак, теперь смотри. Если ты в это веришь, и ты оперируешь в истине, то все возможно. Потому что сам Создатель творит словом. Что Как творил Создатель? Словом. Он сказал, в Библии есть место из Писания, что слово было у Бога, и слово было Бог. И ничего не начало быть, что начало быть. И что начало быть, что начало быть через слово. Понимаешь, о чем я тебе говорю? То есть, если ты, например, короче, что я имею в виду? Духовный мир — это реальность. И если ты в физическом мире балаболишь, и тебя, может быть, не чекают и не подмечают, это не значит, что духовный мир не заметил. Духовный мир более реальный, чем физический мир. И если ты балаболишь, то ничто из тебя, короче, не получится. Не среди нормальных людей, да? не среди даже мафиозников, так скажем, я не, не имею к этому отношения никакого, если что, как бы, но вообще, да, типа, я не знаю, ты вырос в России или нет, как бы, но я вырос, ну, как бы, на, на улице, там, типа, даже у я вырос так, что если, например, я скажу, что, ой, знаете, а мой папа не пастырь, например, а потом кто-то узнал, что был пастырь, меня бы всем двором избили, пацаны. Потому что что, болью и почему сейчас мне не стыдно и не страшно, например, некоторые вещи говорить, например, что я могу выпить или покурить, или сказать все как есть? Потому что я оперирую исключительно в истине. В правде. Вот на самом деле так странно, я тоже думаю, вот ты говоришь, э... Много раз, на самом деле, ты, ну, можно сказать, что оправдываешься за то, что ты куришь и пьешь. Я не оправдываюсь, я прямо говорю. То есть, я имею в виду христианского сообщества. Я думаю, а зачем ты вообще должен это делать, если, грубо говоря, любой обычный человек для этого норма, а ты тут еще тратишь на это время, чтобы еще как бы, ну, понимаешь, да, о чем я говорю? Да, это прекрасный вопрос, и это прекрасно, что ты говоришь. Я тебе еще раз говорю, вы возьмите меня, например, и вот просто чувака, который вот на машине едет. Да я нормальный. но из... его не осуждают, а тебя. Конечно! Это и есть мой point. За что вы меня осуждаете? У меня чистый рекорд. У меня нету ничего противозаконного. Вы думаете, что если бы я в Америке, ты сам знаешь, какое безумие, как за всем следят, если бы я был вот, Моросил, меня бы не чекнули разве? Понимаешь, о чем я тебе говорю? Ну, а ты какие-то пруфы. То есть, вот ты основные вопросы людей, которые тебя, грубо говоря, спрашивали: да, ты закрыл их пруф... пруфами в плане того, что там тяжелых нарк... наркотиков, допустим, да, или каких-то? Никогда. Никогда. Я говорю еще раз, я всегда оперирую в истине. Для меня соврать тебе сейчас на подкасте, это значит потерять свою, так скажем, магию. Понимаешь, о чем я тебе говорю? Когда сейчас я говорю, вещи происходят. Понимаешь? Теперь мне сейчас сказать, что «Ой, кто-то из там христиан подумает, что я наркоман, потому что я наркотики, из-за этого я не скажу, идите в баню». Ну, по факту, ты, кроме травы там, и каких-то там да, психо психоактивных веществ, ничего, ничего не употреблял. Никогда. Никогда. Ничего, абсолютно, то есть ничего, так скажем, неприродного происхождения никогда в жизни я не употреблял. И употреблять не буду, потому что я не наркоман. Ты сказал в своем вот, видосе про исповедь, что многие тебе, как говорили, не, не дело такое видео. Конечно. А кто вот тебе говорил? Ничего? 99% всех. А я говорю, что ребята, что мы должны признаваться в своих пригрешениях перед братьями. Я не с этим. Я говорю, говорю, ребят, эта проблема у меня есть. Окей? Okay? Но, например, то есть, и когда я это говорю так же, тут есть два момента. Во-первых, я, так скажем, делаю философский вызов. Первый, бросьте в меня камень, раз вы такие святые. Давайте я скажу, что я курю травку, а вы завтра покажете свои, э, свой браузер, историю своего браузера. А знаешь, прикол, я не смотрю порно. О, а давайте я буду хвастаться тем, что я не делаю. Давайте всем буду говорить, а я не смотрю порно. Вот если ты смотришь порно, то ты ужасный. А знаешь, что это такое? Это манипуляция. Все люди хотят друг друга контролировать. И есть такой прикол просто завиноватить. О, это общество. Ой, этот человек курит Давайте мы будем изолировать это общество. Сколько меня поддержало из моих друзей, типа известных, которые могли бы легко просто всю эту ситуацию вот так вот решить? Ни одного. Кто сейчас твои друзья? ты mm. есть конечно друзья но например люди которые просто меня выслушают хотя бы которые просто могут меня услышать и не осудить может быть и которые просто готовы выслушать понимаешь хотя бы уже мой друг потому что сейчас вся система против меня если честно ты живешь один да я живу один более того я как бы у меня сейчас нету женщины никакой то есть я, я не смотрю порно потому что опять же это от этого. Я могу, например, если хочешь, я еще интересно скажу, скажу, почему, например. я, я вообще здесь сейчас ничего не делаю, потому что типа плохо. Знаешь, я этого ничего не делаю. Я делаю все, или я, я либо делаю, либо не делаю только из-за выгоды. Вот я такой ужасный человек, я честно говорю. Знаешь, почему я не смотрю порно? Почему? Потому что если ты смотришь порно, то как мужик ты растрачиваешь свою сексуальность. А твоя сексуальность — это энергия денег. Но это больше про тестостерон? Это все взаимосвязано. То есть, конечно же, всему есть а, какому-то, все, что я говорю, есть ответ в биологии и физиологии. Абсолютно точно. То есть, это, конечно, все можно перевести на этот уровень. Биологически, так скажем, понимаешь, когда например, ты слишком много из себя выпускаешь, так скажем, то эта же энергия она должна откуда-то взяться от этого возбуждения, от этого желания, от этого драйвин, да, вот этот вот. Mm. Ну, ты понял, короче, то есть, если ты постоянно его, грубо говоря, отдаешь, то в реальности, как бы, потом твоя вот эта энергия чи, да, так скажем, это не только что даже ты со стороны. Я не знаю, как тебе это объяснить. Я назову ну, это энергия чи. Очень много нюансов, короче. То есть, например, просто я вижу, что для меня это помогает. Я стал более уверен. То есть, как бы я и так никогда этого не делал, но сейчас для меня это немножко принципиальный вопрос. Например, я немного, я никогда не пью много. Никогда. Знаешь почему? А потому что если я буду пить, я буду отекать. И у меня будет лицо не очень симпатичное. А мне важно это. И я не хочу много пить. Я понимаю, я говорю. Понимаешь, короче, не потому что кто-то скажет, ой, он пил, Иди в баню. Номер, номер два. Я уже сколько раз уже послал в баню. Номер три. Мне вообще по барабану. Типа, э, да. Короче, если мне выгодно сейчас не пить и не, вы, не курить по моим личным причинам, то это только по моим личным причинам. А не потому что мне кто-то что-то сказал делать или не делать. Как часто ты от сейчас куришь? а У каждого есть такое? Ну, нет, кстати, сейчас наоборот меньше. Вот сейчас меньше, то есть... В зависимости от стрессового периода, ну... Ну да, раз в недельку точно, наверное, два раза в недельку может быть. А что ты куришь, Flowers или Вот смотри, тоже офигенный вопрос. Я вообще раньше курил эти вейпы раньше сначала. Pen? Pen, да. Но это ужасная вещь. Это вот отвратительная вещь просто. Почему да, она отвратительная? Она мерзкая. Знаешь, почему? Убивает жизнь человека. Во-первых, она убивает жизнь человека. Раз. Во-вторых, она вообще незаметная. Толер, толер, да, твой? Взлетает. Чувак. Чувак, да не только это. Смотри. Пошел уже. Окей, если честно, если бы совсем честно, вот то, что меня сейчас смотрит, да, у него, скорее всего, вейпик лежит. Никотин. есть в Америке, а, ну, если никотин, то вот в России тоже можно. Да вот, чувак, если в Америке, ты сам знаешь. Просто сейчас я говорю, я единственный, кто могу сказать это. Но не потому, что я единственный, кто это делает. Я столько знаю, кто просто для них вейп никотиновый, это вообще ничто. Понимаешь? Типа, как бы, типа у нас тоже просто есть предрассудки. Ой, никотиновый вейп, капец, катастрофа. Ой, ничего страшного. такой вот... Кеннабис — все. Это просто, это такая матрица тупоголовая, когда ты не... Ну, я могу так сказать, что я сам понимаю, что люди не обращают внимания на, на, на тебя, но когда ты вот ой, ты закурил, то все, всем интересно, что ты там да. чем ты занимаешься. И все, вся церковь о тебя беспокоит. Ну, не беспокоится, а хейтит. Вот именно. То есть беспокойство, беспокойство должно быть до этого должно было быть, на самом деле. Конечно. И да, как как дела, как твоя, твоя жизнь. Exactly. Нет, а как бы вот ты куришь, что ты говноед, типа, да? Вот именно. А, у тебя умер отец, у тебя депрессия, там всякое такое. Иди ты в задницу. Ты наркоман. О ты можешь делать красивые вещи, настолько, что там гениально, те люди готовы десятки тысяч долларов заплатить. Нет, ты все равно наркоман. Знаешь, что так сказала? Какая-нибудь Сюзанна. Да мне насрать на ее мнение. Понял? Если сейчас любое мнение так вот продумать, ой, что меня подмыть тот пастор? Пошел он. Ну ты же понимаешь, что я по себе скажу, трава это тот же самый то же самое порно. Сто процентов. Только э, в, другой фор, в другой формат, так скажем. Потому что э, трава это, это я. Я скажу, что это неплохо. Да это плохо. Нет, давайте. Я, ну, я скажу, что это слишком кайфово. То есть э, я, не, я не хочу. Ну, это, это как кофе на максималках, я так скажу. Ну, блин, братан, я кофе никогда в жизни не пил. Я не, не люблю кофе, если честно. Я пока я б... очень люблю когда, кофе. Когда, когда пробовал траву, я настолько с ней подружился, что это стало моим лучшим другом вообще в Америке. Типа. Потому что я, я, я курил, я понимаю, что ты, ты в таком же вайбе куришь, не в, не в таком, что там, ой, там, все, по go. Я дома после работы, чисто вот для себя. Чтобы Я, я одинок, я живу один. И, блин, я там вот пойму только те, кто живет один, в Америке проходят, грубо говоря, разные ситуации. И Ну, блин, вот ты ну, не находишь другого выхода, как, грубо говоря, хотя бы этим себя немножко, так скажем, ну, помутнить рассудок, свой так. Ну, грубо расслабиться, говоря. по факту. Ну, расслабиться, есть. да. Ну, но, смотри. Но, но потом это забирают у тебя э, в другом формате. Конечно. То есть, Нет, -то... ничто не просто так. Ничто тебе не дается просто так. Ни хорошее настроение, ни... ничего. Ты за все потом заплатишь, как бы. Это 100%. Например, трава. Почему для меня трава, например, я гораздо меньше курю? Знаешь почему? Не потому, что плохо. Трава убивает мотивацию. 100%. Ага. Из-за травы я был слишком добрый и смог, и с собой давал позволять так поступать, что мне стыдно сейчас некоторые вещи признать. То есть, по сути, я тебе еще раз говорю, как бы в Библии четкое местописание. Между прочим, Павел говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Все мне дозволительно, но ничто не должно овладевать мной. И трава — это очень важный момент, вот именно про то же. Вообще, если честно, даже кофе — это психоактивное вещество, от которого у многих есть зависимость. И люди этого не осознают. Отпорно у людей так много зависимости, люди этого не осознают. Понимаешь, как бы все, по сути, скачки дофамина. Вот а что тебе дает скачок дофаминовый? Например, ты сейчас залипаешь в ТикТоке или в Инстаграмчике в Reels. Ты такой же, как и я, чувак. Можно вопрос такой задам тебе? Ну, смотри, хочешь отвечать или нет. Ты начал курить еще когда был со своей женой? Да, конечно. И конечно. Она, она это знала? Да, конечно, я никогда не скрывал. Я никогда не скрывал. Вот это, это, потому что я знаю людей, ну, не буду говорить, естественно, их имена и так далее. Это мои знакомые. Которая курит, знаешь, на стороне, грубо говоря. Нет, жен... нет, я сразу сказал. Я сразу сказал, и почему я говорю, что вот, например, вейп это фигня. И это ну, дрянь на самом-то деле. Потому что она почти без запаха. Ты можешь в туалет зайти. Бро. То, то, то о чем хотел сказать вообще изначально. Вот я, сделал, я жил в этом месяце, бро. И я, когда приехал сюда, я курил каждый день пен вот здесь, там, где мы сейчас снимали интервью. Классика. То есть, э, ну да, как бы это было моим таким ежедневным, так сказать, виртуалом. Ну, вот это вот пение, это, вот, я считаю, реально отстойной штукой. Потому что ну, она везде. Это ужасно. Ты можешь в каждую секунду дунуть. Просто забежал. В тачке там едешь. Везде, да, да, как бы. Вот это реально опасная тема, я считаю, как бы. И вообще, все, дурацкая тема. Давайте так, да. Как бы порнуха это отстой. Типа алкоголь это отстой. Сладкое есть. Да тоже. сладкое это вообще. Вы знаете, сколько проблем вот, реально от сладкого вообще? Или, кстати, между прочим, черевоугодие. Вообще, люди вот так вот в Библии написано, что нет лихоимец, то-то-то, черевоугодник не попадет в Царство Небес. Вообще. Все пофиг. забыли об этом. вообще, вот, выходит пузан какой-нибудь просто. А про то, что не написано ничего, никто не все exactly. Чел с подагрой выходит, потому что мясо жрет целыми днями, не может остановиться. Так вот, блин, свою жилетку не может застегнуть. Вот так вот. Вообще, капец, какой образец, знаешь, вот чистоты и скромности и вот самоконтроля вообще. Слушай, я очень хочется, конечно, об этом поговорить, потому что, ну, если честно, честно тебе говорить, для меня это было прям жестким шоком, ну, типа, когда я вообще увидел, что это происходит, ну, я имею в виду, да, вот то, что там у тебя в Инстаграме начал выкладывать и так далее, потому что, вот, допустим, ну, как бы, этот человек, да, ну, могу да, назвать его наверное, имя уже, как бы, я думаю. Давай ну, я просто скажи имя, но без фамилии, ладно? Да, Артур, да. да, это, в принципе, ну, это был, наверное, один пастор, которого я смотрел проповеди, который, в принципе, я уважал всех вообще пасторей, которые есть, просто вот, из всех. Я говорил, только Артур. Но только Артур я могу, в принципе, слушать и уважать. И Ну, потому что я, как бы, армянин, знаешь, потому что ну, подачу нравится, мыслях классные говорит он, да. И когда вот это все случается, и я все это вижу, и, конечно, я похерел типа, на самом деле. Можно кое-что добавлю? Это очень важная да, вещь конечно. сказала. Сейчас я хочу тоже еще один очень важный дисклеймер сказать. Хоть я за все, что этот человек сделал со мной, я искренне ненавижу его, я могу признать тот факт, что он по-настоящему хороший спикер. Ему бы хорошо помнить, что этот талант ему дал Всевышний. Все, что мы имеем, это вообще нам дает Создатель. Окей? Okay? Когда ты берешь то, что тебе дает Создатель, а ему дал действительно Создатель очень неплохой интеллект и очень неплохую возможность как бы говорить. Это факт. Я никогда в жизни не скажу, что это не так. Он один из лучших спикеров. Я про сердце говорю. Понимаешь? И про личные какие-то вещи. И почему я не хочу как бы сейчас... Потому что все думают, ой, ты порочишь священника, всякое такое. Во-первых, не иди помазанника. Мы все помазанники раз во-вторых еще раз говорю у всех есть две стороны хорошая и плохая я никогда не скажу например что вот этот Артур полностью плохой человек нет я скажу что это хороший человек и я скажу что если бы не было людей которые целуют ему руки каждый день то он был бы даже нормальным человеком вот мой point ну а как люди которые допустим да вот я понимаю их логику грубо говоря да они приходят в церковь вот пастор он на сцене и он говорит вещи которые тебя касаются грубо говоря да и ты понимаешь, что да, если ты будешь его слушать, твоя жизнь изменится. И ты это делаешь, твоя жизнь меняется. И потом ты становишься, грубо говоря, фанатом этого человека. Ну и как, ну как этого избежать? Это же нереально. Очень реально. Вот потому что и Библия и учит очень много раз. Я не говорю, что он лжепророк, я такого не говорю, или что он лжеучитель, да? Но Библия постоянно, о чем нас предупреждает, и особенно для последнего времени, чтобы мы боялись лжеучителей. Почему? Потому что их будет слишком много. Волк в овечьей шкуре. Ты думаешь, это просто так? Когда он притворяется, когда есть. То есть, э, смотри, я не, опять же, все, все многие знают, про кого я говорю. Я не говорю, что он именно волк овечьей шкуре. Я говорю, что иногда каждая личность может вести себя абсолютно неправильно и хорошо, когда у него есть старшие, которые могут сказать ему, знаешь, что конкретно тут ты не прав. А когда этого нету, у любой личности может сорвать башку. Ты понимаешь? А как было э, в церкви у твоего отца? Ну, смотри, я никого сейчас не буду. Как бы. Вообще, мой отец, один из самых крутых мужиков, что я когда-либо знал. Честно. Я вообще не могу найти более крутого мужика. То есть, по факту, мужик из Салихарда стал очень известным чел человеком. То есть, у него мать рано умерла, он без отца вырос почти что. Он в одного стал одним из самых известных пастырей, начал одну из самых успешных и крутых английских школ на севере. Типа, у нас реально, наверное, самая лучшая школа в нашем городе и вообще по северу. Как бы это все из от этого человека пришло. Понимаешь, как бы. Поэтому... Он очень крутой, но он, конечно же, был не идеальным. То есть, как бы, конечно же, все вот эти проблемы системы у них тоже были. У него, у моей мамы это объективно. Я ничего не говорю. То есть, это все няни, вот это все, как бы, вождение с водителями всю свою жизнь. Это ненормально немножко, я считаю. Типа, это, это желательно, чтобы ты реально был либо президентом, либо мафиозником, чтобы так своих детей воспитывать. Потому что, когда ты так их воспитываешь, а потом они выходят в обычный мир и работают на стройке, это немножко их убивает, да. Ну я тебе скажу честно, вот твой отец, наверное, первый, кто в, в, ну, у меня посил мысль в мою голову, что возможно быть христианином еще богатым человеком, ну, как бы еще зарабатывать деньги. А в чем проблема вообще? Ну, потому что в церковь, в которой я вырос, э, давно в я, ну, как бы, примеры вокруг меня э, не показывали то, что те, кто христи... Ну, как бы посл... посвящили свою жизнь Богу, я не видел их уровень жизни, и я понял, что не хочу б, так жить. мне это неинтересно. И потом приезжает твой отец и говорит, что финансовая грамотность, Бог, что это все можно совместить. Смотри, это очень щепетильная тема для меня, если честно. Это одна из самых щепетильных тем в моей жизни. Я сейчас скажу, что я думаю, но я надеюсь, меня поймут. Вообще, я считаю, что церковь это церковь, бизнес это бизнес. Я бы не смешивал. То есть, что делает мой отец, я бы не критиковал, что он делал. А, вообще, если честно, я против этого. Честно быть. То есть, как бы я вообще считаю, что нужно людям объяснять. Было бы круто, если бы, мне кажется, что он больше это не в церкви делал, а, может быть, где-то просто, где-то, знаешь, как, может быть... Может быть, трудно было этого организовать ему как-то больше, не как церковь именно, а просто да, как да. важная информация, которую нужно донести людям. Что деньги — это хорошо. А что, плохо деньги? Деньги — это офигенно, как бы. Хорошо быть богатым? Очень хорошо. Ты можешь столько вещей делать, и хороших, и плохих, как бы, но деньги — это просто инструмент. Это они не имеют э, чего-то плохого. Мой понят, что церковная движуха, короче, она должна быть скромная все-таки. Mm -hmm. Все-таки хорошо, когда пастырь — это какой-нибудь... Э, вот почему мне нравится православие. Э, священник, он выходит в рясе. Вот, например, я куда я хожу, и Church, например, вот например, довольно-таки часто, это православная церковь в Портленде, выходит Brother Мэтью, да? Мэтью мы его называем. Его имя не Мэтью, если что. Когда он выходит, он мне говорит, «О, меня зовут Мэтт!» Ну, он взрослый уже, типа, «Это моя жена Джессика! Посмотрите, какая у меня красивая жена!» У меня три ребенка, Билл, Джессика и э, Стефан. У меня, короче, такая движуха, мы только что из Африки приехали, был такой крутой, крусет, мы всю Африку собрали. Я, я не знаю, кто он. Это фадер Мэтью. Все, что он говорит, он читает мне сначала писание из Библии, а потом разбирает то, что он прочитал из Библии. А у нас выходит чел какой-нибудь в красивой одежде, и он просто оратор. Понимаешь, он просто, да мы, короче, вот наше движение и вы сейчас должны, короче, профинансировать наше движение в Африке, короче. Ты сказал, что вот в своем видео ты сказал, что да, вот когда эм, да не стал твоего отца, это как бы твой ограничитель, так скажем. Все верно. Ушел твоя жизнь. Как вот э, можешь так сказать поподробнее? Я считаю, да, что как бы Господь сам, то есть все, что я говорю, я вообще верю, что Господь делает через меня. Пусть это странно, пусть это же ну, как вообще непонятно, но я считаю, что Господь именно так Он будет действовать. Он будет действовать не через лучших. Он может действовать через э, Гедиона, так скажем, трусливого человека, может быть, например, который просто слушал Бога, ну, как фанатик или даже Давид – отличный пример. Типа, мне не нужно, знаешь, там целая армия, мне все что нужно – это маленькие камешки, проща. Вот и, и Господь. И тогда все, что мне нужно, я, достигну. Вот и у меня такой как, вот, подход. Сори, что ты спросил, какой вопрос, Сайдушка? По поводу ограничителя, да? Да, ограничитель. Вот, как бы, конечно, моя мама мне сейчас звонит, и иногда вставляет мне по башке хорошенечко. Как бы, я очень... Что она думает по поводу вообще твоей жизни сейчас? Мамочка, я знаю, ты смотришь, это я тебя очень сильно люблю прекрасная женщина. Вообще моя мать, если честно, я вообще в шоке, если честно. Я, сам, я... честно говоря, Ши... Господи, боже мой, какая мама. красивая женщина. Типа, я в шоке, если честно. Типа, мне трудно будет найти еще одну жену, типа, вот, честно говоря, потому что я так или иначе по ней буду все равно смотреть, как бы это. Ну, все, мне ну, кажется, когда имеют хороших примеров для себя. Я тоже еще себя жену, как бы, пример моя мама, да. Ну просто. вот, обвисли, да, типа. Особенно с учетом того, что у меня прошло, как бы, честно говоря, я сейчас особенно буду внимательно подходить к выбору партнера, да, своего, как бы. Но моя мать это вообще, она умная. Она невероятно красивая, как бы, но она, конечно же, тоже пастор, ну, и да, да, у конечно. нас не есть, конечно же, трудности, я думаю, ты сам это прекрасно понимаешь, как бы, она не, не во всем меня поддерживает, но она настоящая мать. Она поддерживает меня, как мать поддерживает ребенка, так скажем, но она не поддерживает мою деятельность. Да. Ты, вот. ты говоришь, вот если я буду искать себе новую жену, ты не рассматриваешь вариант вообще э, воссоединения, допустим? Или... Ой, блин, смотри, во-первых, с той стороны, никогда не дождусь я этого, то есть, для той стороны, какой бы я сейчас ни был, я всегда такой был, я недостаточно хороший. То есть там, капец, там такая, видимо, принцесса, там реально вот Ким Кардашьян, бог, Ким Кардашьян, и сразу вот она, как бы, типа, я не могу, если честно, доказать ей, что я норм чувак, я не буду больше доказывать, потому что, если честно, как бы, я не хочу, опять же, этот момент говорить, потому что я, капец, как люблю армян, я не просто так выучил этот язык, да. не просто так женился на армянке, я не да, потому что я люблю Армению, но если честно то очень часто как бы, армяне немножко э, с пренебрежением относятся к русским, так скажем. У них есть какой-то момент такой, типа, вот, не ко мне, ко мне не, ну, вообще моя семья, не до семья, ко мне такие относятся, если честно. То есть для меня это вообще чуть ли не расовый конфликт уже, потому что я не понимаю другой причины. Потому что единственные русские, вы все армяне, поэтому так ко мне плохо относитесь. За какого фига, типа, или если бы у тебя был бы муж армянин, он бы по-другому себя вел? Я вообще не врубаюсь, я вообще не врубаюсь. Мужик я, не хочу слишком... свою, да. Мужик, я не хочу слишком глубоко в эту тему лезть, okay. но женщины, блин, непростые существа, так скажем, вот, и, и они гораздо ближе, не, не буду, ты говоришь, это, говорить, а то, это у тебя вообще капец, порвет, вот это, не буду, нет, давай давай, давай я на потом оставлю, некоторые вещи. Ты сказал вот по поводу того, что ты начал с CBD. Да. да, все вообще, ну, как бы. но мой конфликт не из-за травы, еще раз говорю. Я понимаю, да, как бы, но просто я думаю, вот ты говоришь, там, расовый конфликт и так далее, я думаю, почему как бы спустя 9 лет, почему сейчас как бы это... Всегда был, просто сейчас нашелся хороший экскьюз. понимаешь? И опять же, смотри, еще раз тебе говорю, мы все люди, мы недооцениваем, насколько мы животные. Ладно, я скажу это. Мы люди, и мы творение отца, да, творение uh -huh. великого творца, так скажем, но мы все еще, мы все еще животные. Наш базовая настройка, которую мы не понимаем, это животная настройка. Пастырь просто доминантный бабуин. Доминантный шимпанзе. Смотрите на шимпанзе, на шимпанзе, да, вот на их вот как бы стаю то всегда есть домини, доминирующая особь, да, так скажем, и у него как бы просто под ним есть люди, и там тоже иерархическая система. То есть, и когда, например, просто самка видит более удобные условия, так скажем, для проживания с более, например, даже доминантным самцом, на уровне подсознания все равно это работает, даже несмотря на то, что это, например, ее отец. Понимаешь, как бы это странно не звучало. Когда, например, есть молодой самец, как я, который тоже прикольный, но может, быть, не может, не, может дать меньше, чем 60-летний мужчина, которого знает там пол России. Я не хочу, ну, не, на самом деле, не так уж много его знает, на самом деле, как бы, меня, на столько уже знает, на самом деле. Суть не в этом. Суть в том, что, как бы, мы живем все равно в реальном мире, как бы, мы все все равно хотим, чтобы было чуть-чуть попроще, чтобы, может быть, тебе не нужно было лишний раз, знаешь, там, и завтрак приготовить, или кофе принести, то есть, как бы, и когда ты можешь этого не делать, и жить в хорошем очень доме, в принципе, и когда, как бы, чувак, я не хочу всякой и говорить, но, в общем, good life и американская жизнь, она портит женщин тоже. Все, что я тебе могу сказать. А, ну, получается, у, у, у вас же есть дочь, да, как да. бы, и ты ну, говоришь, что они не дают тебе общаться с ней. Братан, я даже не могу лишь если ты говоришь, я даже не могу подтвердить твои слова сейчас на данный момент. Настолько все плохо. Сори. Я даже не могу сказать, что. Да, нет, не, нет, они не мешают мне. Вот настолько все плохо. Просто, ну, если честно, я вот в одном моменте, не может, знаешь, увидел ее сторис, твоей, да, бывшей жены, как бы что скриншот, допустим. Переписки. Переписки, да, что. Как бы она говорит, почему-то не звонишь, допустим. Да. И я, честно, вообще в душе. Я так не скажу, конечно, я вообще не понимаю, если честно, как один скриншот может что-то значить, когда я уже несколько месяцев пытаюсь просто услышать голос своего ребенка. Тебе не странно, что все, что она выставила за все это время, это сторис? Я вот в этот день случайно зашел. Прям... Нет, это нормально, Папа. ты можешь посмотреть. Ну, окей, во-первых, я расскажу эту историю, как это было. Вообще, почему все это все началось? Потому что все, что я хотел, это говорить со своей дочерью. Когда меня моя дочь не общается со мной уже несколько недель и потом не поздравляет меня на день отца, мне немножко больно эту ситуацию пережить. Я бы не хотел, чтобы она именно в тот момент, именно это был единственный один день, когда я был настолько разбит, что они не позвонили мне после дня отца, что я не хотел, чтобы моя дочь слышала меня с расстроенным голосом, потому что я никогда не хочу проецировать на свою дочь всю эту ситуацию. Это было прям грубо после расставания, прям эти. Нет, это было сразу после дня отца. Это был единственный сторис. Это был Disney момент, когда я написал, что сейчас я чуть, -чуть не тяжело, чуть больно. Я написал, сейчас мне немножко больно. Это что, такое большая претензия? Это значит, что я не люблю свою дочь. А сколько времени в тот момент уже, уже не жили вместе, получается? Ну, мы уже год почти не живем. Именно в момент отца, когда было, я имею в виду. Нет, это уже. Деньца, он уже недавно был, буквально 3-4 месяца, сколько там. Mm. Недавно. Не, ну у тебя, у тебя нет чувств? Или что, вы всегда хотите своими детьми общаться? Или, или например, просто вы понимаете, что когда я вне в ресурсе или в плохом настроении, я не хочу услышать свой голос, дочь, голос ее, да, и потом ее начать грузить. Я хочу, чтобы она хорошо поговорила. Понимаешь, как бы я все прекрасно понимаю. И это ваш единственный аргумент, чтобы не дать мне общаться с моей дочерью. Блин, я даже не могу говорить: мне никто не дает общаться. Все нормально, типа, если что. Окей, скажи, э, что... Как вообще вся эта история, если что, это полностью вымышленная история. И все персонажи и события вымышлены и не имеют общего с реальностью. Окей, а как ты вообще сейчас э, видишь, допустим, дальнейшее вообще развитие этой вот истории? Просто, чтобы долго не об этом не говорили. Я, тему? не знаю, я верующий человек, как я и сказал. Я, я, конечно же, бы ради Софии, только ради слова, то, что я дал на алтаре, так скажем, перед Богом. Я бы, конечно, может быть, и думал про сохранение семьи, но вообще я предательство не очень, честно говоря, нормально ну, переживаю. Типа, один раз предал, всегда предатель. Типа И, опять же, повторюсь, мне вот доказывать, что я достойный спустя 9 лет брака и 13 лет отношений, я, честно говоря, не хочу. Я сейчас... Вообще-то, если честно, нет. Я прямо так скажу. Я ищу девушку. Окей? Я ищу девчонку себе, которая будет меня видеть таким, какой я есть, и которая полюбит меня таким, какой я есть. Я задолбался доказывать, что вот я достойный. Мне кажется, что я не должен этого доказывать. Мне кажется, что прямо сейчас есть девочка, которая думает, блин, прикольный пацан. А я подумаю, блин, прикольная девчонка. И мы с ней без всяких вот этих вот имен, без мамы, пап, просто весь мир нагнем. Напиши мне. Ну, среди моей аудитории точно будет ну армян, кстати, я не знаю по поводу армян. А я люблю если что ну, как бы я вообще очень люблю армян. Армянская внешность для меня вот я, вообще у девчонок я просто таю, если честно. Славянки мне тоже очень нравится. Ты знаешь, что ты тоже может быть типа не совсем нормальный для других. Ага. Бро, я вот с этим живу. Вот видишь, вот видишь. Ну видишь, я тебе скажу честно, что я тебе говорю реально, я живу в таком состоянии, что уже очень давно на самом деле, что я не могу говорить правду. Ну, я не могу, говорить, я вообще ничего по этому не говорю. Уже, наверное, полтора года я сейчас только только-только начинаю как-то реабилитироваться, потому что мне вообще страшно, честно говоря. Знаешь, почему я приехал сюда? Я попал в церковь, попал в окружение, и я понял, что если я сейчас что-то э, ляпну, то я потеряю все. И, а, я, а я и так один. Типа и в Добро целом... пожаловать в мою жизнь. Я понимаю, что ты понимаешь, о чем я говорю, да. Я тебя прекрасно понимаю. И у меня сейчас нету ни одной церкви, где бы меня могли принять таким, какой я есть, понимаешь? Просто потом и ты себе представить не можешь. И я начинаю себя винить вообще в целом. Почему? Я вот, ну, у меня, я вот так вырос, знаешь, типа, я вот, я вот уже полтора года живу, и ты понимал, мой, моя самооценка упала вообще в ноль. То есть я раньше в Москве, я думал, что я Эйнштейн. что я переверну весь мир. Я приехал сюда, начал курить траву, начал жить эту жизнь один. И вот каждый день чувство вины, ну я курю траву, у меня чувство вины, я понимаю, что розовые очки снимаются насчет Америки, да, я вижу вообще эту реальность, я понимаю, что, блин, мне что-то как-то фигово уже, и я понимаю, что... я вижу реальность, что, знаешь, вот эм, это чувство вины, оно сделало меня таким, что я смотрю на себя, вот месяц назад даже, вот месяц назад это было, не то что это было там, когда-то давно, это вот сейчас, я смотрю на себя, думаю, блин, вообще, кто это, ну, что со мной стало вообще, кем я стал вообще? Типа, я всю жизнь был великим, я думал, что я велик, а сейчас я, я даже боюсь мечтать. о Toyota Prius, грубо говоря, да? That's... не грубо говоря, а так и есть, знаешь, типа я, я смотрю там на BMW, и раньше я говорил, если я Мерску куплю через пару месяцев, типа да, все нормально будет. А сейчас я думаю, блин, Prius бы хотя бы было бы неплохо, знаешь, типа. Я даже я даже забыл, уже э, устал, ну, типа забыл как мечтать вообще правильно на самом деле. Прекрасно тебя понимаю, чувак. Вот. Ты думаешь, за 7 лет мне трудно вот так вот оставаться вот таким верующим в себя, даже, так скажем. Нифига, не, очень трудно, чувак. Это, это я поэтому и говорю, я уже сам под вопрос ставлю вообще свое нахождение здесь. Я здесь 7 лет, чувак. Понимаешь, я тебе еще раз говорю: во-первых, здесь очень э -э, тяжелое общество. Агрессивно. Очень да? агрессивно. То есть как бы реально, без шуток, у нас гораздо более теплые люди, гораздо более радушные. Типа, и вообще, если честно, протестанты и вообще религиозные люди, это самые злые люди на самом-то деле, если так по-честному. Самые злые, холодные, судящие люди, то есть, если так по-честному. Ну, так, так не хочется в это верить на самом да деле. Да так и есть. Потому что, блин, я всю жизнь защищал вот наших. Хотя, я тоже. Хотя думаю, вот так чак часто эти мысли поступают в мою голову, но я думаю, ну нет, ну... ну... Ну, не может быть так. Ну как бы, ну почему так все знаешь? В моменте, вот ты, когда э, проходишь тяжелую ситуации, ты, рас... ты думаешь, ну а кому еще раск... не раскрыться? Как вот своим да, протестантским друзьям, бас раскрываешься, вот все изливаешь, что там говоришь, Нельзя. и потом проходит время. И вообще, никак дела, Что то жизни происходит? Похеру, знаешь, типа, не, не пошли мы новых жизней достигать на улице людей. А я вот, вот твой друг, ты знаешь меня давно, ты знаешь, что я прохожу тяжелую ситуацию, ты меня выслушал, помолился за меня, да, помолимся, помолились, да, все отлично. А завтра, ни, ни Б, ни М вообще, ни, никак дела, там, как, как как вообще, и думаешь, что я. Не, а я всю жизнь не себя за это. И до сих пор виню себя. Не, не скажу, что я поменялся. Нет. Я думаю, блин, я какой -то, какой -то плохой друг, знаешь, думаю возможно, что-то не так делаю, думаю, знаешь, типа, что, я, что, со мной не так, думаю, блин, я, типа, ну, как бы я хочу жить с людьми, я от, открываюсь уже по максималке, я уже все, все, раскрываю, ну, блин, никакого интереса к моей личности вообще нету, знаешь, хотя я вот среди, возле вас, а вы идете бомжей достигать на улице, чтобы им о Христе рассказать, да, ну, я вот не знаю, как, что с ним делать, знаешь. Чувак, я про это говорю, какие нафиг крусейды в Африку? Вы своих не достигаете. Вы не печетесь о домашних. Вы ближнего ни во что ставите, вы ближнего судите, вы ближнего гасите, вы ближнему не хотите дать сильно подняться. Вот у меня такое было, когда вот сначала, типа, тебе должны помочь, они а вот так вот, вот так, на тебе 500 долларов. Молодец. А когда ты говоришь, слушай, нам нужно как бы сделать бизнес-контракт, вот на месяц, сам минимум половиной тысячи, потому что это объективный чек. «Ну, брат, ну, брат, ну, брат, ну, как бы, брат, я фиг ну, брат, не знаю, брат, тут как бы». Иди ты в баню со своим братством. Иди ты в баню со своей молитвой. Я, я, есть люди некоторые мне говорят, я молюсь за тебя. Я говорю, don't pray for me, pray for the weak. Это классная фраза Асапа этого, не помню, как его зовут. Но это так и есть, не молись за меня, молись за, за слабого лучше. Чего мне твоя молитва? Иди ты в баню со своей молитвой, понял? по факту, мы живем в мире фактов, тут ни чародеи, ни магии. О, господи, давай пусть из, из, пройдет конфликт мире о России и Украины. Давайте помолимся за Палестину и за Израиль. Иди, молись перед сном, это максимум. Понял? Типа, какие... Я помолюсь за тебя, брат. Я в следующий раз, наверное, когда так скажу, я пропишу в челюсть, наверное, сразу. Я серьезно тебе говорю за своей молитвой. Я просто, реально тебе говорю просто, типа, задолбали своей молитвой. Блин, мы живем в реальном мире. Вот у меня была проблема конкретная. У меня столько богатых чуваков смотрят. Столько богатых. Для них просто 20 баксов это ничего. Для них 5000 баксов это ничего. Ну просто, чтобы вдруг у него не получилось, вот мы, короче, не поможем ему. Вот так вот просто. Я буду, я буду смотреть каждый его stories, каждую его сториз, каждую сторис. но я даже 5 баксов не пошлю на его борьбу за, за дочь. Ты не думаешь, что, допустим, твои сторис они просто как бы вырваны из контекста, кажутся людям, и они не понимают... Может быть, после этого интервью будет лучше. Вот, я тоже об этом думаю. Может быть, брат. Вот но сейчас... вообще я страдаю капец как от этого. Я, типа, ну, норм, но вообще, если честно, я страдаю. Я настолько страдаю, что я превращаюсь уже, ну, немножко реально, чуть-чуть в Джокера, типа. Настолько сильно я страдаю. А вообще я радостный, добродушный чувак, понимаешь? Но вообще эта система настолько долбанутая, что я уже реально теряю вообще, как бы, себя. Но я не хочу про негативно говорить, чувак, я все равно справлюсь со всем, я все вывезу, особенно когда знаю, сколько людей меня поддерживают, и бог со мной, все будет хорошо. Вообще, чувак, все не шутки, если честно, это чуть-чуть неадекват, это практически реально как культ, какие-нибудь амиши, какие-нибудь субботники, какие-нибудь вот яговисты, мы недалеко от них на самом-то деле, мы чуть-чуть сектанты в натуре, к сожалению. Ты говоришь... Ну да, договори. Ну да, мы немножко долбанутые. То есть, когда смотришь просто, если, если, если честно быть совсем, если оценивать просто, например, как я живу, да, там, я с мексиканцами могу общаться, с черными, там, с теми, с теми, с теми, с теми, мы немножко долбанутые, при всем уважении. Мы реально долбанутые. Ты говоришь, я вот ставлю под вопрос про нахождение здесь, что ты имеешь в виду? Чувак, был конфликт бы закончился, я бы уже давно в Рашке тусил. У меня Москва, у меня Питер у меня Ноябрьск, у меня все так хорошо, у меня там дома, отец не столько всего оставил. Кстати, не, из церкви он взял, что. Мой дед тоже был довольно-таки успешный, богатый человек. Окей? Okay, если что. И вообще, если тебе интересно, у меня даже род дворянский. То есть Зуев это дворянин был, у него вот дофига дворянский род. Типа, как бы это не только это от людей или что-то еще, типа, как бы это, ну, это долго идет, типа, так скажем. И я в России себя очень хорошо чувствую, чувак. Как бы в России я сейчас могу, вот реально на данный момент я могу жить в России, супер золотой молодежи. Просто элита. Просто, типа, ну, очень хорошо жить. Какую ты вот жизнь представляешь себе, допустим, если ты вот вернешься, и какая это жизнь? Это жизнь как бы христианина, грубо говоря, или это как бы жизнь больше... Ты тоже сомневаешься, что я христианин или что? А? Ты сомневаешься, что я христианин? Не-не, вообще, я имею в виду, я, под жизнью христианина я имею в виду классическую такую протестантскую как бы, жизнь. Нет, да, такого, у меня, уже не будет. такого да. у меня уже никогда не будет. Такого у меня уже никогда не будет. Нет. Сейчас у меня жизнь какая? Вообще сейчас мне очень интересная жизнь. Сейчас у меня как бы, моя медиа деятельность она очень интересная. Эм, вот. Я бы, конечно же, все равно хотел сделать крутой стартап в конце-то концов. Я реально как бы, кто потом Инстаграм и посмотрит, посмотрит. И вообще подпишись прямо сейчас. Я знаю, что ты еще не подписался. Прямо сейчас подпишись. Меня столько без подписки смотрят, заколебали вообще, просто все палят, но не, хочет, не хотят подписаться. Смотрите, ка чуваки. Боятся, какие... Боятся, боятся. Да не бойтесь вы, елки-палки, я нормальный. Ну, мы, ты, понимаешь, мы вещаем на такую аудиторию, которая по факту в системе, и чтобы вот поддержать тебя, им нужно как бы согласиться с тем, что они вот вышли из системы, понимаешь? Да нет, я люблю вашу систему, я просто говорю, что мы все немножко с ума сходим. Я говорю, э, окей, давайте так, прикинь, 100 говорят, все идеально. Но один может из за это сказать, ребят, не совсем все идеально. Это здоровое общество. А когда мы делаем все под одну гребенку, мы получаем Советский Союз, мы получаем гитлеровскую Германию, когда все согласны со всем. Понимаете? А почему Америка хорошо? Потому что есть контрмнение. Республиканцы, демократы, правые, левые, штаты нефтяные всякие, да, с реальным сектором, штаты с стартапами и, и, и фильмом индустрией. Понимаешь, все должно быть. Все должно быть в балансе. Когда все в балансе, все лучше как раз заработает. Окей, я, считайте, чуть-чуть апологет и чуть критик всей этой системы, но я верующий человек. Я настолько верующий в Создателя и в Бога человек, что ничто в этой жизни меня не сможет переубедить, что есть Творец. Вот этой всей матрицы, вот этой всей нашей игры, так скажем. А что ты говоришь, вот, э, если бы закончился бы конфликт, я бы уже был в России. Какой, как, как ты имеешь в виду, как может закончиться конфликт? Очень легко, братан. В один день мы просыпаемся и нам говорят, знаете что? Наш великий вождь решил, что он заболел чуть-чуть и выходит, например, в игру какой-нибудь Мишустин, который всегда типа незаметный, но по факту классный чувак, как бы, который может вырулить всю Россию вообще на изях, типа и, и хоть и в системе. И типа если я, видишь, я, я вот, например, я один из тех, кто спокойно говорит: Россия напала на Украину и это было тупо, это дебильная война. Просто дебильная война. Там нужно было решать вопрос иначе. И Зеленский мне вообще тоже не нравится, если честно, как бы. Но даже вот это сказав, в России я имею проблемы. Меня могут посадить чувак. Я не хочу этого. Я не знаю, когда эта фигня закончится. Ну а как? Э... Я не хочу бояться копов. Я например, уже привык, что я вообще непонятно, что могу сделать за рулем, если честно, да, ты понимаешь, что и коп на меня посмотрит, и я скажу, вот так тебе, какие проблемы? А он скажет, все нормально. Или, без шуток, могу прямо около копа пройти, как бы, зажигалку попросить у копа, если надо будет. Мне не трудно, типа. Вот это я люблю, я здесь к этому привык. В России такого нету, братан. Как ты представляешь, вот если ты вернешься, допустим, сейчас, а твоя дочка как бы будет здесь, как это будет работать дальше? И вот смотри, все, что ты спрашиваешь, это мы еще посмотрим, как еще будет. Поэтому сейчас есть некоторые разбирательства, так скажем. Но если ничего не получится, то у меня другого выбора, в принципе, нету. Я вернусь в Россию и там такой шум сделаю. Просто капец. Это будет каким-то... Э, есть одна из, так сказать... Я, я буду стараться не, не превратиться в Хью Хефнера, я так тебе скажу. Но есть одна из причин, что ты возвращаешься в Россию, потому что там твоя семья как бы хочется уже, знаешь, так сказать... Конечно. Побыть рядом с семьей. Да, конечно. Я уже так все задолбался. Конечно. 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 Просто единственное, что мы очень близки с моей семьей, как бы, я всегда с ними рядом и всегда с ними общаюсь, и мы с мамой всегда созваниваюсь с сестрами, типа, и они ко мне сюда могут тоже приехать. Но, если честно, да, я уже устал. Я хочу больше и ближе к матери быть, к сестрам, короче, ко всему этому. Это, это было бы шикарно. Я уже очень устал. Я очень устал здесь постоянно, как бы, выживать и бороться, и я, конечно, не сдамся, но все равно, если честно, это постоянно выматывает. И особенно, блин, когда то, что должно тебя поддерживать, тебя постоянно еще больше нагибает. Uh -huh. Вот это самое больное. И отец умер, и сам ты знаешь, какая жизнь иммигранта тяжелая, и всякое такое, и потом вот это все дерьмо, еще вообще мне нафиг не надо было. Я даже вообще... Окей, okay, у меня было два уже варианта. Либо самовыпилиться, либо стать таким, кем я стал. Извините, что я стал тем, кем я стал, чтобы выжить. Ой. О, это сигнал, братан. Это сигнал. Ладно, я думаю, на самом деле, что это будет очень классное интервью, и Многие... Давайте, можно уже закончим, наверное, так, не? Ну, да, да. Давай, ладно, уже за... Можно так закончить. <laughs> да, хочется подытожить наше интервью. Как бы, Во-первых, большое тебе спасибо, что да, приехал. Конечно, это Вообще, для меня это очень ценно. Я тебя очень сильно уважаю. Вообще, спасибо, ну, Я не вижу никаких причин, на тебя не уважать. Я, наоборот, тебя сильнее еще уважаю после всего того, что ты приехал сюда. Ты мой первый как бы, гость на моих подкастах. Да? И я как бы, всех призываю тоже подписываться на тебя в Инстаграме. Тем более после интервью уже будет более понятно, как бы да, как ты мыслишь, о чем да. ты думаешь, твои намерения, да и так далее. Поэтому спасибо тебе. Спасибо тебе, Каренджан. Мне тоже очень приятно, что ты меня позвал, что ты так все круто организовал. Я это капец, как ценю, мужик. Ты крутой человек. Спасибо тебе большое.